Всем доброго времени суток. Я Александр Кондрашов, там Серега с канала Mozen Games. Вот он, да. Всем привет, друзья. Вот, у нас стрим. Да, сегодня, кстати, первая серия вышла у меня, вот, которую я... Ну, короче, вы поняли. С моей стороны, так сказать, взгляд, у меня на канал сегодня вышел. Почти 4 часа идет. А вот. Я подписался на Александра в 2017 году. Наверное, переводил дневники модов на Undying. Да, да, было дело, что я в модах Undying сначала дневники переводил, потом забил, потому что очень стало много, а там местами моды были совсем неинтересны, я его забил на это дело. Понятно. Ладно, давай заходи на значит, да, наверное, лучше тебе зайти, поскольку у тебя более высокий уровень, и меня пригласишь. Чтобы провести квартиру, уже... зайдите на сайт. Угу. А, да? Да. Судя по всему... Сукова. Купи себе квартиру покруче, с местом для работы. Видимо, там должна быть квартира, в которой прям написано. Хорошо. Мне на почту прислали письмо. Давай просто хотя бы посмотрим, что она есть. Так, отель идет нахуй. Испытание идет. Подожди, а где? Блять, ну это пиздец. То есть здесь пока ты не купишь большую квартиру, то даже в ограбление нормальное не можешь поиграть. То есть ты просто типа пошел ты в пизду. Да, если что, мы, кстати, создали эту, как ее зовут, закрытую сессию. Да, по совету, значит, я сейчас зачитаю, внимание, по совету пользователя YouTube с ником KirillTKN1053, собственно, следуя полностью пошагово его инструкции, которую он оставил под одним из наших стримов, мы создали закрытую сессию, соответственно, здесь на карте только мы вдвоем, больше никого здесь нет. Мы хотели сегодня поиграть нормально, вдумчиво, спокойно, в какие-нибудь ограбления, в какие-нибудь ограблялки, что-нибудь в этом роде, прямо ограбление, ограблить кого-нибудь. Так, ладно, я нашел, ну, так видимо, я на ней покупал, я на этом сайте покупал. Мы слишком бомжи, чтобы покупать квартиру для ограблений. А почему у вас возникло мнение, что вас смотрят школьники? А при чем здесь школьники? А где это было? У нас не возникало такого мнения, мы просто уточнили... Ты же сам написал, что ты старше Александра. Вот как бы захотелось узнать, кому сколько. Если что, больше половины, наверное, того, что мы здесь несем, это просто рофл. Потому что просто весело собраться и чего бы нет. То есть, там, или нет. То есть это не несет. Да, то есть это не несет каких-то там мега подтекстов и прочее, или нет. То есть, как бы понимаешь, тут 50 на 50, либо да, либо нет. Либо мы рофлим, да, либо мы ебанулись. Понимаешь, поэтому тут. Так, блять, а хуй знает, вот просто хуй знает. Вот я сейчас открыл сайт, можешь сказать, залезть, называется или просто апартмент написать. Короче, Dynasty 8. Я на этом сайте покупал себе дом. Я себе в конце, для тех, кто будет это в записи смотреть, вы знаете, я купил себе, потому что это будет по порядку выходить. А для тех, кто сейчас на стриме, я себе купил все-таки квартиру. Причем купил квартиру, как говорится, чуть получше даже, чем у Сереги. То есть, ну, то, что мы уже не увидели его квартиру. Вот, я себе купил, зашел внутрь, она там такая побогаче, что называется. Ну, не сказать, что она гигантская, но просто она чуть побольше. Но она тоже, видимо, подходит. А как понять, какая подходит? Вот высший класс нужен какой? Средний класс, низкий класс, новые? Какие нужны-то? Слушай, тут вот есть, я нашел метку на карте Мартин Мадраса, хочет, чтобы мы что-то там сделали. Штурмуйте штаб-квартиру Мэри Уэзер, уничтожайте людей из списка, проникайте в камеры департамента полиции, всякое такое. Может, айда туда? Мартин Мадраза там наверху где-то, да? МЗ. Да, вот ну, МЗ. Да, давай МЗ, я точку поставил. Че, ты приведешь? Я поставил, да поехали вместе, чё уж. Не, я просто здесь спрашиваю. Давай. Ну, как-то вот так. Че там как? Да, как, ну как это, жизнь? Конечно, грусть, печаль, потому что нужно как-то... Чтобы участвовать в ограблениях, нужно купить квартиру. Причем какую-то определенную, непонятно какую. Причем какую-то ебейшую. А чтобы накопить на квартиру, нужно участвовать в ограблении. Какой-то замкнутый порочный. Где-то я просчитался, но где? Тут еще прикол. Ну, на самом деле, можно будет погуглить. Просто я-то думаю, что зайдите в Lockdown Cup. Кстати говоря, задания таксиста здесь какие-то есть. Здесь чего-то только нету, на самом деле, по большому счету. А, тут еще такой вариант, надо бы, ну, не хотелось просто совсем уж какие-то условия по гайдам каким-то идти. Вот, но, видимо, к следующему стриму придется прям буквально почитать, какая нужна квартира. Потому что вот я залез на сайт, там просто квартиры. Там я дикую метки, типа, а вот знаете, а вот эта квартира подойдет для задания, да, и так далее. Вот. Ну-ка, ща. Просто, чтобы жизнь медом не казалась. И там, что там? Блядь, извините, пожалуйста, сука.
И специально. Залезь вон на гору на машине, заедь там. Да ладно, тут по карте вроде ментов нету, ни спереди, ни сзади, так что сейчас можно пока доехать. Ну ладно. Вот, короче, о чем еще я забыл, что-то я говорил. О сайте и квартирах. Задание по ликвидации? Задание по ликвидации. Ну, пизлоков, ждите смс. А, у тебя это... А, надо заехать можно было? Я думал зайти. Ну, может, я думаю, как-то похуй. А Е, чтобы участвовать? Нажмите Е. Да. Нажал. Сейчас мы каждое свое задание выполнять. Скайпом. Сейчас узнаем, кто первый. Так. Музыка. Нахуй, иди, пожалуйста, музыка. Заткнись нахер. Мне не нужны вот все эти проблемы. А, так, ты уже зашел в свою? Я хост, тут 1-4 игрока. А, тут 4 игрока. А, все, я понял. А, так, купить. От 1 до 4. Сверхтяжелый, подтвердить. Давай я сейчас тебя приглашу просто. Просто здесь можешь тебя пригласить. Так, пригласить. Так, а мне нужно выйти друзья тогда из дела. Из списка. Сейчас, подожди, сейчас я выйду из дела, сейчас. Так, может, я просто... А, понятно. Ну да. Так, вот, ага. А вот появился, приглашен, да. Окей. Так, во, погнали. Просто типа я в задании, ты в задании как-то. Все, я тупанул, да, просто на будущее, опять же, для нас обоих, что и для меня, что и для тебя. Нам, значит, на будущее надо просто, когда мы едем на точку, чтобы вдвоем какое-то задание взять, надо, чтобы один кто-то заходил, и второго просто приглашал. Вот и все. А я что-то, ну как обычно, о, это, маркер! Забежать в маркер! Ну, у самурая нет цели, только. Бля, а можно просто, типа, не это, не. А, да, вот же, можно играть, что я тут плюс. Кого ждать-то остальных игроков? Он типа. Не, ну чисто теоретически можно подождать. Ну да, только зачем? Так, окей, я посмотрю, что задание. А главное, нахуя. Ну вот. Да. Два вечных вопроса, которые во вселенной. Нахуя и зачем? А вот. Так, а что тут нужно делать? Ликвидация кого-то грохнуть. Я в душе не ему, серьезно, сейчас узнаем. Задание ликвидация 2. 2, а где один? Доберитесь до Мэриуэзер. А ты где? А, все вижу. Оп! В смысле? Я первый сел. Ага. Вот такой я ловкий парень. Ну как второй? Вторая машина. Ой, ебать! Все под этой базе перекрыты, заходите с юга на лодке или в плащ. Сейчас разберемся. Чувак, сейчас вам до маркера доехать, да, это так. Дискорд, к сожалению, опять начинает что-то бесоебить, периодически ты пропадаешь. А, ну я пока просто читал. Увы, друзья. Нет, это да. Но. В смысле, на стриме у людей это люди пишут или у тебя пропадает? Не, это я слышу. А вот я тебя хорошо нормально слышу, каждый. Я постараюсь говорить помедленнее и не так тараторить. Возможно, это его. Что я говорю много, быстро, я не успеваю все. Текст странно. Неизвестно. Так, ладно, блядь, 4 километра, ёбаный урод. А тут все почти задания. Нужно херачить через с одного конца карты просто на другой, чтобы там убить двух человек и ехать потом обратно. Ну, с другой стороны, если тут здесь, скажем, человек 8 играет, каждый на своей тачке, тут пока у меня было такое, что... Саша. Я отвлекся, да, извините. Ну, у меня было такое, что типа... Я тоже к какому-то рандомному, к рандомной сессии подключился, вот там задание, по-моему, тоже ликвидация, но это не суть важно. Сейчас или когда типа, ты тогда играл? А? Сейчас или тогда, когда ты играл? Не-не, это давным-давно было. Угу. И типа, вот там тоже, едьте куда-то, чего-то, я на своей жлыге просто, на шахе, можно сказать, по сравнению с тем, что там у других чуваков было, пока тошнил, да, эти 5 километров. Один чувак на этом реактивном велосипеде просто... Господи, у меня уровень повысился просто так. Что? Почему? Потому что ты... На реактивном велосипеде на своем просто сел, приехал, всех убил и все. Я проехал 2 километра. Мне говорят, о, задание выполнено. Я говорю, ну, заебись, спасибо. Это было самое сложное задание в моей жизни. Да. Там знаешь, почему, возможно, у тебя сейчас это? Потому что меня за какой-то кувырок дали мне чуть-чуть опыта. Там есть всякие еще внутриигровые ачивки, из-за которых опыт дают. Вот, мне что-то пассажир дали, ачивку пассажир. А. Ну, это, видимо, ачивка, значит, за то, сколько-то времени проехать там. Ну, да. Здоровье плюс 20 и чуть-чуть опыта, и у меня 23 уровень. Ну, заебись. Поднялся. Ну, у меня там, да, до 23 оставалось там уже. Надо 54 чуть-чуть.
Я говорю, лучше бы тот чувак, который, на которого я попал, лучше бы он не опыт, лучше бы он ему, блядь, деньги раздавал. Это гораздо полезнее в этой игре. Потому что купили уже квартиру. Так, ну да, у нас закрытая сессия, черт. Надо сказать, сейчас надо искать кого-нибудь, кто может нас деньгами закидать. И быстро валить с этой сессии, а потом бля, точно. А вот слушай, вот у меня вопрос такой возник. Да. Если я вот сейчас включился на вид от первого лица, угу. И смотрю на твоего персонажа, на сиськи, это считается гейством или. Ну, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом. Черт, я не могу голову вниз опустить, чтобы. Ну ладно, когда от первого лица. Ой, извините, все, заговорили про сиськи, я все проехал, все повороты, все остальное. Я сразу надо самому тоже посмотреть на сиськи. Все, белый экран просто включился в сиськи. Начал думать, я просто так, что ли женского персонажа создавал, конечно. Можно сказать, ну мне просто как мужчине, ну не очень интересно постоянно играть за мужских персонажей. Хочется чего-то нового, вот это все. Ну нахер это надо, перед кем выделываться? Да. Все мы все понимаем. Так, да, мы почти. А тем временем мы почти на месте. Так, доберитесь до офиса. Встреча происходит наверху, действуйте по-тихому или в открытую. Давай попробуем по-тихому. Так, нам это да, так чудно. Стелс это не мой конек. У меня пошли. Даже нету ничего с глушителем. Нет, вам тоже нету. Да? Значит, тоже нету. Ну, как говорится, что ж? Тогда пойдем, ладно, дай тогда едем подальше, а там что-то убежаю, что-то. Я просто думал, что у меня есть что-то с глушителем. А с глушителем у меня только в Симге есть. А он предлагал, можно было с воды, то есть заигнорить этот. Просто я думал, что мы сюда приедем, возьмем. Здесь лодку, куда-то еще поплывем на какую-нибудь там яхту или типа того, а это, кажется, вот здесь. После обзора врагов показан на радаре в форме конус. А, поле обзора. Вот, груз свалился с плеч, уходите тем же путем, каким... Что? Ну, это типа, не знаю, это именно будущее. Амания какая-то. Жизни команды один, соответственно, кто-то из нас может воскреснуть только один раз, если что. Нет, нет, нет. Ты делаешь что? Нет, у меня же есть глушитель. Господи. Так, ладно, я могу, если что, немножечко потанковать, потому что у меня есть в запасе 8 бронежилетов. Да, блядь, отлепись ты, ёпта, от стены-то, ты с чем ты прилип? Так, ладно, пацаны все наверху. А, нет, внизу есть тоже. Внизу. Наверху, по-моему, наша цель. Блядь, вдруг я нашел туалет. Они за стенкой? Да, блядь, ты дура, нет. Теперь она прилипла к стенке, ну что такое? Там тупик, там нет ничего. Где вообще залаз наверх, только с улицы, что ли? Ничего не понял. Это, кстати, вот ты мне рассказал сейчас про историю. У меня буквально, вот когда я писал прошлый как раз ролик, была буквально та же самая хуйня. Заспавнили какое-то задание, на них, прям к заданию явно, выдали кучу этих летающих мотоциклов. А еще выше. А, и на крыше что-нибудь тусят. А выдали, значит, мне еще, это, выдали каждому эти. И, короче, только один чувак на нем умел явно летать. Он сел и улетел. А все остальные пытаются на них взлететь. Потому что я тоже сел, а хуй поймешь, как вертолет не взлетает. Так, теперь ниже. Блять, да что за хуйня, как сюда попасть? Надо и по крыше пробежимся, посмотрим, будет залазить. Вот. И, короче, кто-то один еще разобрался, посадил себе на закорки второго чувака. И вот три чувака, один сразу, два другие чуть походя, помчались. Да. Видимо, как все-таки просто с другой стороны заход. Бля, мне кажется, Мартин Мадрасов что-то знал, когда говорил нам про лодку и всякое такое. Ну, давай посмотрим, окей. А вот, они туда все так или иначе улетели. А я не могу на этом, вот я не понимаю, как на нем, значит, это вот там чувак, как, ну и разбираться как-то. Короче, я бегу, машин толком нету. Для кого-то я пересказываю прошлый ролик, но он еще даже не смонтирован, поэтому. А вот. Я начинаю, значит, то, все, пятое, десятое. И, короче, просто едет один какой-то грузовик здоровенный, фургон, который еле ползет. Ну, блядь, хули, других машин нету. Я сажусь в этот грузовик. А вот. И начинаю. Да, походу, вон они, пацаны, где-то вот здесь. Я вижу машинку, значит, наверное, пацаны где-то здесь. А, ну вон он вход, по-моему. Свет падает на эту штуку. И в результате, пока я туда доехал, почти всех они перебили. Но, к счастью, после того, как мы там, ну, точнее, они их всех перебили. И мы что-то там все своровали. Началась, уже надо было типа теперь защитить еще эту хуйню, и началась вторая волна, и вот я еще пострелял. Можно я сделаю грязь? Какую? Сука, это пуленепробиваемое стекло в ангаре, но, серьезно? Но пацанов ты сагрил. А как? Кстати говоря, это между не... прочим, ну-ка, отойди-ка. Это не дверь, да? Ну-ка, отойди. Отойди. Я пытаюсь. Гранат сейчас кину. Как кину гранат? Пиздец. Оп. Блядь, а где к вам заход? Пацаны, как вам залезть?
Ага. Чего, блядь? Что? Все, что? Нихуя себе, я сфизил-то. Я ничего сейчас не... А, и заспавнило внутри, заебись. А все. Я сейчас... Ты один играешь, поздравляю, у нас больше нет жизни. А ты-то куда? Ты, чуть тебя не воскресило? Так и меня тоже заваншотило. Ну, а почему тебя не воскресило? Я говорю, что жизни команды, дается, вот там... что жизни команды, это типа команда, сколько может раз воскресать. Так, кто сколько раз можно зареспавниться? Ну, я думаю, что это команда, сколько может зареспавниться, а не кто-то один из команды. Да все уже, что ты с глушаком-то бегаешь, бери пушку. Да, это тяжелый пистолет, просто на нем глушак, это без разницы, он сильно хуярит. Так, тихо, пацаны, блядь! Как, из чего они шмаляли, это что? Я блин, вообще не понял, у меня был полный бронежилет, причем тяжелый. Так и у меня тоже, я это купил перед началом. Кто-то со снайфы или что? Да, это пиздец какой-то. Не, да что вы говорите, не пройдено, серьезно. Ну, все равно 2000 дали, почти 3. Я что-то не понял вообще нихуя. То есть мы шли-шли, искали, где вот эта хуйня. И... Ну, я говорю, это будет, ну, бля, и сейчас полчаса тошнить. А можно, подожди, продолжить, купить боеприпасы? А что значит? Ну, хожу, продолжить. Случайное дело. Подожди, давай ликвидация 1. Чего у нас ликвидация 2-то началась? Давай ликвидация 1, с этого начнем. Давай. Какая-то хуйня какая-то. Вот мы проголосовали за нее, давай, включай нам, пожалуйста. Так, сейчас, секундочку, радио, идите нахуй, пожалуйста, я вас очень прошу. Айфрут радио, айхуи радио, все радио пусть тут нахер. Так, начальное оружие, тяжелый пистолет, пистол, тяжелый... О, дай пулемет будет начальное оружие. Почему нет? А, сверхтяжелый бронежилет. Да, ты у меня здесь, ты вошел. Это здорово, подбор игроков уже все сделано. А, стоп, Оу май, да. А, игра. Это печальный день. Моего близкого, но и совсем преданного друга и коллегу посадили за решетку. Если он заговорит, мне станет некомфортно. Блять, я даже дочитать не успел. Но я все забываю, что там есть некая предыстория еще этого всего. Так, вот, ликвидация один, заебись. А у тебя пулемет? Да, вот. А у тебя он был? У меня был пап какой-то. Это, ну там можно какой-то было выбрать стартовое оружие, я был пап выбирал себе. А, то есть там каждый сам из своих выбирает. Бля, а до участка другое место, заебись. А я думал, что я типа один выбираю на все. Как просто. Он в участке на Mission Row, и похоже, что они перекрыли все в поле. Они, они. Подожди, а вот жизни команда, если, один, там нельзя было. Если... Если идет речь об участке, я думаю, что полицейские. Ну да. А к тому, что это не в той же локации, естественно, все логично. А еще знаешь, что это значит? Что нам, кажись, пизда. Думаешь? Полицейский участок. Блять, сука, я прям еле сдерживаюсь, чтобы про это не пошутить, учитывая, что я играю женским персонажем. Ну вы поняли, наверное, как можно пошутить на эту тему. Ладно, я все-таки так скажу эту фразу. Что нам так бояться? Пизда всегда с нами все равно, поэтому... А-а-а! Все, я сказал. Отменяйте меня на Ютубе. Да. Спасибо, что сказал. Я просто не понял, что ты имел в виду. Я не разбираюсь в юморе. Ну вот видишь, он вообще не понял. Вот его не надо отменять, короче говоря. Он не виноват. Пришел тут на стрим, несу хуйню какую-то. Да, не баньте мой канал, пожалуйста. Блять, проседает немножко у меня все. Даже с моими настройками. Но у меня, правда, грузится вторая серия, которая тоже там 3 с чем-то часа, по-моему, идет. Ну, или 2 с чем-то, не помню. Длинная, короче, тоже недолго грузится. А, какая 2 с чем-то? Да, 3.50 она идет, почти 4. Причем это серия, в которой я один бегаю. Так. Бля, машинка. Бля, какие машинки неплохие ездят, между прочим. Так, видите, у нас Ацелот машина называется. Да, у нас, в принципе, тоже хорошая. Ацелот, просто... да. Ап! Извините, пожалуйста. Да, ничего не было, мужик, езжай, ты ничего не знаешь. Тек. Так, я думаю, надо тоже издаля как-то подходить. А то, видишь, мы в прошлый раз даже издаля-то... Ну, правда, я так и не понял, кто это побеждает, все-таки. Хотя, я думаю, нахуй стелс. Просто нахуй его. Да, полицейский участок Лос-Анджелеса. А вот он, да. Полицейский, да.
что все выходы, переходы открыли, закрыты. Проберитесь в участок. Один раз мне удалось по-тихому уйти оттуда через выход на крышу. Уйти. А давай попробуем зайти через выход на крышу. Давай пока берем пушку, типа мы вообще не при делах таким, просто приходим, гуляем. Где у нас выход на крышу может быть? Если бы я был выходом на крышу, где бы я был? Да, возможно, кстати, здесь. Вот чего тут, пожарная какая-то хуйня. Но входить сюда, ну, естественно. Было бы странно, ладно. Просто, возможно, нам это показывает путь отхода. Соответственно, если ты играешь в команде, у кого-то есть вертолет, ну вы поняли. Но можно ли просто забраться по лестнице? Потому что бывает в некоторых местах, в сюжетке, я помню, там, где вот мы начинаем за Франклина играть, там в полицейском участке... Спасибо. А там в полицейском участке есть прям просто залаз на крышу. Тупо обычный залаз, без всяких этих... Ну, видимо, не в этом случае, да? Так, ну-ка. Да нет, туда не залезешь. Да ебаный, вроде, серьезно. Что, да. Что, придется прям вот, да? Прям вот прям стрелять, стрелять, так, ну-ка. Ну, я все, сейчас мы потыкаемся везде. Все, потом... Блять. Управление, конечно, ебало. Да ёб твою мать, залезь просто наверх, нахуй ты спрыгиваешь-то, женщина. Так, аккуратно. Залазила, залазила. О! А, ну да, дальше ты. Да, с этой стороны уж до конца его обойдем, полицейский участок, если. А, все, я узнал, что это за полицейский участок. Ебать, рыбкой вниз. А, и, кстати говоря, я уже... тоже так хочу. Я уже. Не надо, ты. Да. А теперь посмотри на свой бронежилет. Ну, подумаешь. Ну, действительно. Сейчас, секундочку. Бронежилет. Надо будет закупить. А, здесь машина, машину, когда такой на штрафстоянку забирают в сингле. Подожди, а он здесь есть вход? Это что такое? Да? Ну-ка. Это гараж просто. А, нет, это просто... Так, это штрафстоянка, по идее, просто. Да. Ну вот, отсюда. Просто спустя. Гараж, дверь закрыта. Ну ладно, что, пойдем тогда. Ну, тогда врыв получается. Пацаны, извините, как бы. Мы не хотели. Нарина. Нарина. Оп! Пушка. Кто? Ты. Так. Сейчас, секундочку, буквально один момент. Ай, не-не, все, отойди нахуй. Отойди нахуй! Ладно. Я думаю, она просто может закупить себе пачку этих банок с газировкой. Видимо, только в магазине. Да, салфетки с моей салфеткой. Ладно. О, в смысле? Откуда? А, эти приехали, что ли? Да. Пацаны, вообще, ребята, так, красиво меня наебашили просто. Блять, это манера перезаряжаться после каждого выстрела. Ну, когда ты с этим... Так, а вот наша. Так, подожди, а как использовать... О, еда. Где ты там? Стреляй! Саша! Саша! Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы... Я только... Блять. Я сейчас подлечусь маленько. Давай. А где ты еды-то раздобыл? В автомате купил? Понятия не имею. Видимо, у меня до этого где-то было. Откройте или взорвите дверь, если еще. Все, бы пожал, поел. Так, и бронежилет. Это в процессе? Бронежилетов нет, ладно. Ладно, давай, поехали. Сейчас, один момент. Ага, момент, стоять, мужчина. Я себе тоже просто бронежилетик хочу заспомнить. Сейчас, быстренько, предметы, бронежилет, взять. Тык-тык-тык. Все, окей. Так, знаешь что, постой, хочешь я на стрельну постою, иди выручай, хочешь ты, давай, у меня тяжелый пулемет, у меня есть бронежилет, иди выручай бабу. Давай, я пойду. А я прикрою. Потому что там наверху бегают еще. А наверху прям бегают. Так, это ты кто? Там какой-то чувак не целился, я его убил, короче. Блин. Пошел нахуй. А пацаны орут, отступаем, отступаем, правильно, нет? Отступайте.
Так, я задействовал какой-то переключатель, или что? Уничтожьте цель, написано. А. Так, я не пойму. Мне же убить кого-то надо, правильно? Нет, мы выручаем нашу эту мадрасовскую такую. А, уничтожьте цель, ничего не знаю. Ну там может. Все, убил. Ее уничтожить в том смысле, что типа, да, что если она заговорит, то. Ликвидация же. Типа будет, да, я протупил. Так, пацаны нахуй пошли! Да, вот теперь отсюда свалить, это будет пиздец. Да. Тут какой-то что? Там. Подожди, по крышу, он же предлагал на крышу. Давай попробуем на крышу съебаться. Там полицейский давай. Вертолет может быть на крыше. Между прочим. Так, еще поесть. Ага, наверное, вот сюда куда-то. Блять, эта комната какая-то не та. Так, секундочку, вот, может, этот коридор? Да, скорее всего тут. Вот лестница, да. Валим. Идешь там? Да. Да, у меня по лестнице она медленно, короче, бегает. Сейчас. Еще у меня тяжелый пулемет, конечно. Валим. Так, один момент. Айн момент. Предметы. Да, блядь, давай быстрее. Блядь, здесь есть, конечно, полицейский вертолет, но не тот, о котором мы, так сказать, планировали. Да там не боевой, конечно. Да, блядь, выбеги ты нахуй. Нет, я имею в виду вот этот, который летает. Блядь, над нами. Ты в этом смысле. Слушай, это очень хорошо. Ладно, давай мы его сейчас собьем нахуй. Где он там? Где? Вперед. А, наверху, я думаю, вниз куда-то улетел. Так, одного. Повернитесь другим боком, пожалуйста, молодой человек. А все, от чего бока я убрал. Ах ты, говна, кусок, сзади. Блядь! Ёб твою мать! Да здесь бронежилетов надо, я ебал! Интересно, ты можешь на кнопку какую-то на быстрого доступа забиндить? Нет. Пиздец. Так, ну так понимаю, надо как-то отсюда спрыгивать. Только вот как бы спрыгнуть так, чтобы. Здесь не очень спокойная обстановка, чтобы разглядывать пути отхода сейчас. Так, еще один вертолет. Да, вижу. Так, один стрелок готов. А, я пилота грохнул. Да, спасибо. Ты молодец. Так, иди за мной сюда. Я нашел вертолет. Пошли. Да? Да. Он немножко просто не здесь стоит. Ага. Блять, стреляет. Да, так, сейчас, ага, сейчас сажусь, давай, я хоть более-менее тут полетал, я уже помню, управлять, давай. Блядь! Пацаны, так не стреляйте. Нахуй пошли, все, нахуй идите. Ну, теперь главное съебаться. Так, отстреливайся, короче, от вертолета, от второго, если он сейчас нам... Так, я, если что, с левой стороны вещу, поэтому... Если что, плотно, если он нам плотно... Адьёс, старина, теперь вы должны исчезнуть, да мы уж поняли. А если сейчас он плотно на второй вертолёт на жопу сядет, то ты, короче, отстреливайся. Но пока они вроде от нас отстали. Машины и прочая хуйня, сейчас на гору улечу. Так, ну он за нами летит, но далеко. Да, это сейчас это отъебётся, значит. Так, сейчас надо срочно следующий шаг. Ехать сначала в обычный магазин, а потом в Illumination. Закупаться бронежилетами и жратвой, потому что... А, да, задание это. О! Так, потихонечку начинает уходить. Я сейчас давай над горой повиси немножечко. Так, давайте уйдем от полиции, да. О, красота! Бля, такой бред на самом деле. Куда чего? Ну прикольно. Это скилл, я считаю. No luck. One shot, one kill. No luck, just skill. Естественно. Ну давайте, пацаны, где вы-то? Да ушли мы уже, бля, вот вы уйдите тоже от полиции. Вот мы уже ушли, вот у нас сейчас 10 минут ждать, пока значит закончится. А, все. Все, да. Угу! Еее! Ебой, так мне еще нам дадут. Ну 16 кусков, почти 17, это нормально. Причем реально за не очень, по большому счету, сложное задание. Ну, да. Тем более персонажи, когда если подкачаются и всякое такое, то так, во-первых, мне понравилось, конечно же, да, мне понравилось. Ой, а я не знал, как. Enter. Так, ну давай теперь ликвидация 2. Теперь вот по порядку пойдем. Ликвидация 2. Их 6 штук, между прочим, ликвидации. Мне кажется, больше. Не, потом они, по-моему, начали повторяться. А может и нет. А просто интересно, а как можно. Так, секундочку, Лос-Сантос радио, извините, не надо.
Так, начальное оружие пусть будет пулемет, сверхтяжелый сразу же, конечно же, купить. А, так, закрепить вид камеры. А здесь есть, блядь, вот обычно, знаешь, что? Ой, вот здесь необычно. Увеличить время. Подожди, увеличить время, что за время? Что за время? Какое время увеличить? А, время, это не то. Боезапас, сейчас, закрепить вид камеры, радио, начальное оружие, патроны, весь боезапас купить сверхтяжелый. И больше ничего нельзя, да? То есть нельзя поставить больше жизней команде, да? Приглашение, посмотреть информацию об игроках, подходящий по урнам, мои друзья, по прошлому, автоприглашение, подбор, и все, и нету, да? Бля, это обидно, кстати говоря. Ну, может, потом, типа, с уровнем твоим растет, с этим, со скиллом, потому что, честно говоря, одна жизнь, немножко как-то это... Может, это растет с количеством игроков, типа, на четверых, скажем, на четверых я будет. Тоже бегал, играл какие-то эти штуки на четверых командные. Вот такая же хуйня была, тоже была одна жизнь у команды. Да. А, я обращался к мэру Уэзер для решения некоторых очень щепетильных вопросов. И как они отплатили мне за щедрость? Некий агент ФБР предложил купить архив, и они клюнули. Сорвите сделку, убейте агента и напомните этим грязным наймитам, как важно соблюдать конфиденциальность. Окей. Так, Дискорд. Дискорд, пощади, умоляю. Ну, опять же, вот видишь, я большой кусок текста прочитал подряд, и он сразу такой... Что там, пишут что-нибудь в чате или нет? Именно с таким звуком от фильма. Нет, ничего пока не пишут. Что-то не пишут. Пишите в чате, чего вы не пишете? Чего не пишете, в конце концов? Оп. Ну, нажмите Z, чтобы посмотреть игроков, участвующих в этом деле. Да, блин, не знаю. Бля, я не смог ехать дома. Вот, вот. С юга на лодке или вплавь. Ща, я просто смс-ку, чтобы не висело. Подожди, ну-ка подожди, просто ради. Да ёпта. Я просто в этом в ассасина поигрываю периодически, и там это, типа на карта на М, и тут так вот это. Да. А, мет. Эй, что на мет? Иди в жопу, метка. Нет. Вот эту метку, иди, пожалуйста, мешаешься. Ну, в принципе, здесь по воде, ну вообще неудобно. То есть отсюда вот. Ну, короче, нет, по воде это не вариант. Давайте и мы посмотрим. Да, теперь ты посмотри про это. Мы просто едем как раз с этой стороны и, ну, типа, это тупо. Надо специально куда-то заезжать за лодку. Или вплавь. Можно заехать. Ну, хочешь метку поставь, если хочешь куда-то доехать в другое место, поставь метку. Скажем, вот до сюда. И потом просто влево фигачить. Ну, я не знаю, смотри сам. Я метку оставлю на всякий случай. Да, ты видишь ее, да? Да, да, метку я вижу. Ну, escape, ёпта мать. Па-пара-пара-па-пам. А, и в принципе, может быть, издалека хоть посмотреть, еще обстановку оценить. Ну, давай попробуем, кстати, почему нет? Ехать примерно туда же. Ну то да. Можно сильно. И посмотреть обстановку оценить. Плюс у меня снайпа есть, можно со снайпер пострелять. Хорошо, вот, кстати, надо что-то. Плюс купить? Можно потом просто вплавь до пирса этого доплыть. Да. Все. Да. Оттуда... Ну, короче, со всех сторон вроде довольно грамотное предложение. А вот, надо, кстати, мне тоже снайпер купить, потому что. Потому что. Так, подожди, у меня есть снайпер. Ой-ой-ой. Как я включил радио, боже, как это выключить? На куй там. Я передумал, я не хочу, я нет. Да. Это столб ты в тот раз снес. Так, вот теперь, теперь я радио прошу начал выключать искусственно. А, ничего. О, выключу. Я уже выключу. Нет, это я у себя включил радио. Ну так у меня оно тоже. У меня тоже включилось сразу. А, да? А, то есть ты его включаешь, когда оно включается у обоих игроков, а когда если я что-то выключаю, то оно выключается только у меня? Прикольно. Понятия не имею. Я пролистал выключить и листал в панике еще раз, поэтому. Так. Что у нас осталось? 2800. Так, ну тогда это вот то же самое здание, на котором нас убили. Да. Очень быстро, кстати, и бесславно. Погоди, кстати, что-то я туплю. Ай-ай-ай, стоять. Сейчас, один момент. Я посмотрел одну вещь. Так, сейчас надо назад и направо. Мы же можем прям, пока мы едем до задания, заехать в этот Abomination. Чё это тут, блядь? Надо бронежилетов накупить, у меня две штуки осталось. И ты себе заодно возьмешь. Кстати, да. Так, вот здесь что ли где-то? Блядь, почему тут на карте почему-то метки нету? Блядь. А чё, я вижу Abomination. А, не... а, вот теперь вижу. Блядь. Ладно. Ясно. Поехали так. Причем там, знаешь, с едой какой прикол есть, когда ты ешь.
когда ты еду жрешь, ну, ты стоишь персонажем на улице и жрешь еду, там прям анимация, как он достает, ест, вот это все. А когда ты ее ешь, сидя в машине, у него просто здоровье так пык-пык-пык-пык-пык и все. А-а-а. Так что вот это тоже надо иметь в виду. Так, бронежилет. Берем самый дорогой. И поехали. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Полное. Теперь. То есть можешь ты кокину купить впрок? Блядь, их по каждой банке вот так будешь делать, да? А, нет, она сразу ее выпьет, да? Так, ну сейчас еще раз купить. Да нет, просто только купить. Сейчас стоп, да, сразу же я просто погляжу, если пока мы здесь. Быстренько. Снайперка. Снайперка стоит. Почему у меня она есть написана? Почему ее. Она у меня есть, а почему она не взята? Я патронов возьму, сейчас мы их перестреляем, нахуй все так и все. О! Ну вот другой, блядь. Снайперская и высокоточная винтовка. Вот, заебись, все. Ебать, у меня даже парашют есть, прикинь. Да, она тоже есть. Там, по-моему, даже когда ты садишься, просто в любое летающее средство автоматически появляется. А-а-а. По-моему. Так, и теперь сейчас, знаешь, что надо еще посмотреть? Тоже сразу один момент. Есть у нас по дороге? Вижу еще один. А, видимо, кроме Амунейшена все отрубается на время. Да, других точек нету. Ну ладно. А то я думал еще в обычный магазин заехать, как раз жатвы еще накупить. Ну ладно. Хотя бы бронежилеты был, уже хорошо. Ну да. У меня там парочка этих есть еще. Которые просто... здоровье восполняют. Но они, по-моему, да, они, по-моему, не... не, ну, как сказать, не полностью здоровье восполняют. Да, там до половины. Там их несколько надо снизить. Так, ну ладно. Потихонечку приближаемся. Ну вот, это уже больше похоже на запланированное какое-то дело. Вот там оружие купили, броню. Они такие классные, они такие молодцы. Так, Фатигию какую-никакую продумали. Да, все тактикульно. Ну, перед этим нас убили один раз, важно, не важно. Это не считать. Здесь по дороге, оказывается, был Эмунейшн. Я не настолько хорошо помню оригинальный город. То есть я едем, такой, о, это место я помню, о, это место я помню. Ну, типа, просто, что оно место. А как до него добираться? Ну, это уже с современной планировкой, мне кажется, ну, более реалистичный, а-ля. Это я не знаю, сколько времени надо, чтобы запомнить, где чего, чисто, ну, как в старых частях. Чувак с тысячи каким-то уровнем наверняка так тебе все расскажет, ну, в этой жизни. Это, конечно, так, извините. Это мы на мосту уезжаем. Нам надо вниз. Я думаю, что всегда, если мы играем 1000 часов только в онлайн, ну и там не 1000, даже 500, ладно. А вот, то я тоже уже сижу внизу, не знаю где, чего и почем, как говорится. Так, ну и куда-нибудь. Ап, ап. А. Так, а пацаны где-то вон там, кстати говоря, судя. Ну да, вот там рабица, короче, они вот там что-то там и охраняют. Так, давайте посмотрим. Так, снайперская винтовка. Приблизимся. Вижу одного. Где? Никого, а вот вижу. У самого входа. Как-то пометить можно что-нибудь? И, подожди, вот я вижу, внедорожник стоит. Вот красным светится внедорожник, да? У меня ничего красным не светится вообще. Ну... Ну ладно, неважно. Внедорожник вот стоит, и вот справа от него чел там за ящиками. У меня ни ящиков нет никаких, что-то. А, вот этот внедорожник, блядь, все, я другой внедорожник искал. Там еще один есть? Совсем право, еще правее. Так, ладно, минус один. Сейчас они должны забегать как раз одного убили. А, этот внедорожник, я понял. А, вот, кстати, лестница прямо напротив нас. Да, вот я вижу здесь, вот тоже, вот по ней идешь, тыр-тыр-тыр, и вот туда наверх, и вон там внутри видно помещение, так что, возможно, туда надо было. Но... Там, подожди, вот помнишь, мы сюда подошли в прошлый раз и набежала просто толпа ебейших этих мудаков. А, ну подожди, они забегали, когда ты в окно им выстрелила. Ну-ка, давай уже боимся сейчас. Но мы, скорее всего, еще не подошли к метке. А, поэтому они вообще такие все не реагируют на это, да? Да. Ну, хуй с ним, ай, блядь. А, да, есть лестница, все, видите. О, заработало, кстати. Угу. Блять, как здесь всплывать, я уже не помню. На пробел. Нихуя не всплывает. Да? Просто... Ну, встреча тогда проходит наверху. Встреча еще и наверху проходит, ну естественно. Все, всплыла. Ну как-то все, по-моему, быстрее должно. Так, слева еще чувак есть какой-то, прям слева на улице. Да, вижу, да. Вот так. What the fuck, motherfuck. Куда ты винтовку-то убрала, мать?
Так, ну похуй, будем, короче, крысить. Я буду крысить просто очень жестко. Внимание, вопрос, а как туда попасть? Что, проверим? Колючка. Там есть лестница с другой стороны. А, лестница, вот. А, ну правильно. Плыть вверх, надо вверх, точнее, вниз, вообще shift. Всплывать на shift. Ну, shift это вообще просто ускорение. Блять, зацепись за лестницу, женщина, ёбаный в рот. Ух, ишь, эти сексистские шуточки и фразочки. Кот побежал. $13 там было у чувака. А. Я, ну, так, ладно, здесь ближний бой, надо брать автоматик. Точнее, пулеметик. Беги вперед. Ну давай, гоп! Я сейчас перекатами начну, наверное, разбираться. Это быстрее будет, блядь. Я там ставил какую-то, когда какой-то параметр распределяешь, этот параметр он влияет в том числе на. Один чувак, подожди, ну-ка, стой секундочку, сейчас я. Там где-то вдалеке на пирсе, что ли, стоит? Видишь, красная точка. Ну-ка, ну-ка. А, тут вертолет, ну-ка, ну. О, слушай, вертолет какой-то военный. А где вот мужик? Я вижу точку, но я не вижу мужика. Видимо, за краном где-то. Либо за краном, либо это, ну-ка, ну вот. Либо. Нет, не пилот. Да, нет, он прям на углу, там прям на углу. Да, окей, ладно, пусть не пилот. Так, по-моему, к нам кто-то приближается справа. Да, вижу. Давайте, иди все, пацаны. Они внизу, что ли? Нет, они внизу. Мэнда, он еще да. Один. Следующий, Декс, por favor. О, музло пошло качать. Не, ну другое дело, красота, что. Уже интересно. Кто, блядь? Чё, пьёшь, что ли? Блять, всего мимо. Я думал, что ты побежал. Если бы он мимо не пробежал, я бы даже не увидел, что там кто-то есть. Ебать. У меня ноль уже этого бронежилета. Хорошо, я. Лечись как можешь. Да. Я пока. Сейчас назад просто отбегу, посмотрю, там кто-нибудь еще не бежит. Да нет. Откуда он прибежал, блядь, здесь нет никого уже больше. Я реально, я клянусь тебе, я думал, это ты ломанулся, что-то зачем? Еще думаю, зачем побежал? Ну ладно. Ебать, куда? Ты воду, надеюсь, упал. Надеюсь, в воду упал? Да я все равно отъехал от того, что я в воду упал. Чё к чему? Пиздец, ну, а по-моему, как? Если кто-то один живой, то второй может воскреснуть, по-моему, мне кажется. Да, жизни команды 0, ты, наверное, воскрес где-то, да? Да, я воскрес. А, и воскрес самый жопе прям внутри у них, да? Не-не-не, я по лестнице чуть сзади тебя сейчас подойду. Так, ладно. Значит, смотри, запомни вертолет. Вертолет запоминаем и уходим отсюда точно так же, как уходили с прошлого задания. Так, я предлагаю здесь сверху кого-нибудь пострелять в кого-нибудь. Они что-то все спрятались. Если ты их видишь, то стреляй, ради бога. Давай, ты со снайпы, вот. Я пока с автоматом похожу. Слева я видел кого-то, но он стоял, спрятался. Справа, как будто. Он падла. Ну ты, блядь, где у нас? Прямо по курсу. Лезет на лестницу. Лезет вниз. Впереди, да. Все, ага. Уже. Спасибо. Ага, я просто пока стрелял в нижнего, пошел нахуй отсюда. Это прямо над нами, они на крыше что ли? Шоу закончено, клоун, чувак. Они вообще внизу вроде эти стрелочки, да? Они либо все внизу, либо все наверху. Ну блядь, пиздец. Ой-ой-ой, больно, кто? Как? Даже выстрелил в нее. Ага, вижу. Ебать! Ладно, надо держать лестницу, окей, я понял, держим лестницу. Ты смотри, а, они ниже. Ты смотри они там, ниже. А я смотрю лестницу. Ага. Мужчина, уйдите, пожалуйста. Мужчина, уйдите, я сказал. Я же вежливо, все красные точки закончились. Так, теперь еще раз бронежилетик. Блин, как же это долго на самом деле все это делать? То есть пиздец какой-то. О, кстати, броник, точно. Так, все подобрал. Так, эта штука желтая, по-моему, внизу где-то была, да? А что мы ищем со себя, я забыл. Надо убить какого-то дипломата или нет, выше. Все, выше, выше. Выше. Выше? Нет, она, по-моему, на нашем уроне. Ну, а где? Вот сейчас ниже. Ага, ну значит надо как-то туда перейти, на ту сторону. А что думаешь? А, она же на той стороне, да. Все. А где? Я не понимаю. Где она надо? На том же уровне, но. Чего? Доберитесь до офиса, ладно. Видимо, лестница наверх в офис есть какая-то. Видимо так.
Так, теперь вниз безопасно по-человечески. Ага, вижу. Блять, ну как я просто взял, сиганул через перила. Ты, по-моему, автомат хотел всем подобрать, потому что он в том месте где-то сиганул, там автомат валялся. Да, я хотел. Я хотел подойти. А, слушай, здесь вообще вот так можно было заплыть, прикинь. Ну это бред, это. Ну это здесь и лодка, вот, и здесь крутая команда, ты можешь сюда заплыть, да, все. Так, кто-то есть. Пошли наверх. Этот оставший, там наверху в офисе какой-то чувак, там, которого надо убить. Из ФБР, что ли, или типа того. Он же говорит, что типа ФБР им предложил там какую-то сделку, и эти долбоебы решили согласиться. Так, ну хочешь? Так, подожди, я врываемся немножко. Для пацаны из красных, и вот у нас помечено есть. Погоди, я иду, все, я здесь. Секунду, только не забегай сразу быстро, я гранату сейчас буду кидать. Давай. Оп. Ой, пацан, блядь, не тут. Ой, я убил цель случайно, в панике просто. Ты правильно, заебись, нехуй жалеть. Так, там с дробашом кто-то, по-моему, был. Все, нету больше. Красота. А, так нам валить можно отсюда уже. Ну, сейчас посмотрим. Хотя можно что-то полутать, посмотреть. У них осталось, да? Да давай. Ну, мало ли. Не-не, это я, чтобы подбирать. Не потому что. Так, ну что, пошли назад, вертолет, да и уебываем отсюда. Сейчас, подожди секунду, тут что-то нажать можно. А, выйти в интернет, понял. Ну, в принципе, да, почему давай выйдем в интернет. Так, вертолетик красный появился, да? Да, я тоже. Ты что же видишь? Ну, видимо, чтобы мы просто так-то не уходили, чтобы было все-таки весело. Чтобы мы могли хейвить фан, так сказать. Блять, пацаны набежали, где? Не вижу. Вижу на карте, но не вижу. Ага. А вон лодка. Но я опять же не вижу пацана, я вижу только. Подожди, это мы можем на лодке съебаться. Да, на вертолете мы съебывались в прошлое. Давайте съебемся на лодке. Не будем прыгать в воду, потому что, оказывается, он почему-то умирает. Ни в коем случае. А там появилась анимация, как будто я с парашютом лечу, понял? И, короче, я решил ничего не нажимать, потому что не среагировал вовремя. Так, подожди, а как спуститься-то еще? Ты где? Я спустился уже. Как? Там вот. Ну вот, блять, как тебе объяснить? Где мы в офис заходили, это ж прям с лестницы было. А, иди, и справа, направо будет лестница. Сейчас. Блять, как же она медленно по лестнице спускается, пиздец какой. Так, бежит, а лестница кончает. Как ты говоришь на вроде? Вот это вот реально вот так выглядит. Так, пацаны. Бля, испавнится в воздухе, ты видал? Да? Мы такая прогрузка не дали. Я обратил внимание. По-моему, уже с воздухом прогрузился. А, да. Прям. Пунк. Блядь. Появился. Так, короче, постреляй по ним, пока сейчас лодку заберу, потому что наверняка она не сразу что-то, раз, и она. Да ты охуела, что ли, ёб твою мать, уже смотри. У меня уже опять броника нет, это что за бред? Бля, чё у меня тоже? Видимо, они тут раздают. Куда он делся-то, блядь? Так, всплывай нахуй. Все, всплыл, где лодка? Блять, что происходит? Да отъебись ты нахуй, господи, объем лодки увеличился, не ебись. Так, да, и свалилась нахуй назад, молодец, ты можешь залезть в лодку, ебаное чудище. Ой, блять, да, именно это я и хотел, чтобы ты нырнула, мразь, ты тупая. Ну пробел, залезь на нее, спасибо. Присаживайтесь, молодчик. Рви когти. Так, а я стрелять-то могу отсюда? Наверное, можешь. Должен. Блядь, вертолет нас палит, да? Ебать! Вообще, сука! Ты что стреляешь-то, дури ебаная? Ты что, хуела из дробовика бреза? А я-то не... Из дробовика бреза, самое то, чтобы начать стрелять из дробовика бреза, да. Да. А я не могу стрелять. У меня здоровье осталось просто на гулькин хуй, серьезно, 21 тысяча, у меня просто вот писюлечка здоровьица осталась, эта тварь почему-то, то есть там, когда нажимаешь стрелять, там же несколько видов оружия, из которых можно там из окна, типа машины и так далее, да, и эта тварь, она, сука, начала стрелять, блять, из дробовика, из обреза. И пока я пытался переключиться на другое оружие, потому что там нельзя колесиком на машине выбирать, там на кнопку нажимаешь по одному, и, блять, мне вертолет почти все здоровье снял. Так, ликвидация 3. Поехали. Ну, ликвидация 3, я тоже проголосовал, что-то.
Не, ну это прикольно. У нас сегодня получается некая сюжетная ветка какая-то такая, прям вот с Мартином Мадраса. Вот он нам дал задание, мы такие про их проходим. Видимо так. Лос-Сантос. Так, выключить. Начальное оружие. Ну все, ну в принципе только купить. Да, патроны за 150 тоже. Подтвердить. Все, ты купил себе все, что надо, там это. Да, да. Скрытность, неуклюжие, вождение. У меня выносливость зато. Выносливость атлет? Серьезно? Бля, я хуй знает, если она так бегает по лестнице, это атлет. Ну ладно, допустим. Ну, видимо, из-за этого. Из-за пулемета. Да не, она так же. А может, пулемет. Ну, бля, бежит-то она нормально с этим пулеметом. Потом как? Операция 3. Я что-то даже вообще не почитал, типа, что там делать. Дай ты в этот раз видишь. Давай я, да, порулю. Бля, и когда ты рулишь, машинка зелененькая. Ну, это принципиальное что-то или что? Так, отправляйся в аэропорт. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь еще у нас в аэропорте. Просто аэропорт, ладно. Без проблем. Ну, только амунейшн, но остальное у нас уже есть. Он в бронесамолете в Малс. Вся полиция на чеку. Международный аэропорт Лос-Сантоса. Вся полиция на чеку. Не попадитесь им. А он кто? Вот, блядь, даже надо брифинг, короче, читать. Это просто он в бронесамолете. Блядь, Дискорд, попустись. Да ты заебал Дискорд, ну сколько можно, блядь? Я считал просто про этого, то, что смс-ку Мадраза прислал, что он в бронесамолете там, кто он, да, чего, да, да. Я говорю, что надо брифинги все-таки читать. Посмотрим, ну, какая, да, какая машина. Ну это тоже заебать. Мне тоже нравится. Поэтому ты разбил стекло в ней, да? Да. Это реально нельзя выбрать колесико, надо по одной, по одному разу. Ой. Кто так водит? Ну кто так водит? Я. Блять, крыть мне нечем. Окей. Звучит очень даже аргументированно. Звучит правдеподобно. Ну что, пройдем мы за сегодня все 6 заданий? Я думаю, пройдем. Сейчас не будет какой-нибудь хуйни. Ну, если там не будут ваншотить никто. А то есть каждый раз ехать примерно столько же реально, сколько проходить. Ну да. Рано или поздно, друзья, мы дойдем до ограблений. Инфосотка. Да. Это будет просто вот наконец-то ограбление, да. И просто по большому счету надо накопить 2,5 миллиона на самую дорогую квартиру, купить ее, если ее не хватит. А у тебя сколько? Прям на задании не показывай, сколько у меня денег. Ну хуй знает, я сомневаюсь, что больше 200 тысяч. А у меня лям где-то. Ну я же квартиру уже себе уже купил в прошлый раз, когда играл. Так. Хотя не знаю, сейчас после заданий, после всего этого. Сейчас посмотрим, после этого задания. Это странно, почему задание-то не показывает? Я это стоит чего. И что ж ты цель? Что так сразу? Придумайте, как пробраться в этот ангар по-тихому. Во. Так, подожди, а ну-ка, а прямо можешь чуть-чуть, где, видишь, будка с этим, с охранником? Прямо, просто прямо. Не прямо проезжать, а просто подъехать, откроются ворота или нет. То есть, если не откроется, значит, типа, не будем. Хотя, по идее, как попасть в этот, в... Как он называется? На взлетную полосу, кроме как вот здесь, я даже, честно говоря, не особо знаю. А там вообще будки-то есть, то есть? Нет, там никого нет. Ну-ка. Ну, протаранить пока это все. И подожди, давай мы... Да, там что-то протаранить. Ворота как-то не открываются, нет? Где я открываюсь? Слушай, давайте попробуем... Действительно, как пробраться на взлетное поле? Я даже не знаю. Не, ну просто... Можно... О, давай наверх залезть, попробуем со снайперки. Вот, точно, все, все, выходим. Мы отсюда попадем куда надо-то? Бля. С этой вышки. О, как бы не за углом дома эти все граждане. Граждане у нас, походу, блять, да. Так, хорошо, а если просто пробежать чуть-чуть? Да, давайте на машине. Дай на машине, смотри. Вот, короче, я оружие, вот сюда вот выйдем. Видно, куда я показываю, да? Да, я понял. Вон туда вот. Фух. Кстати, еще, я там взял, блять, какую же я игру-то думал, надо нам с тобой пройти будет. Типа кооперативную. А, они вообще в ангаре.
Тогда надо объехать с той стороны, на ту сторону взлетной посадочной полосы езжай, прямо на тот конец, вот, к тем ангарам. Прямо по ходу движения? Да, прямо к тем ангарам езжай. Ага. Потом доезжай примерно так, чтобы быть напротив них, и снайпер. То есть, чтобы расстояние было побольше, короче, да. Переходим сюда, да, и там делают они. Сейчас я тебе скажу. О, я на карте смотрю, сейчас езжай, езжай. Не, можно еще. Можно еще прямо, еще. Все, хорош, наверное. Все, стой. Какой смысл весь, чтобы снайпер снимать. Так, ну, пацаны, хватит у нас там. Блять, никого не видно. Ебаный в рот. Ну, пойдем потихонечку. Они в ангаре, видимо. Ну, в ангаре, но я думаю, что ангар-то открыт. Давай так потихонечку, тихо и сам. Так, ангар открыт с левой стороны. Там вот, как бы. Где? Вот. Ну, с левого торца, скажем так. Нихуя не открыт. В смысле открыт? А, видишь, вот так заход он слева такой. Вот за угол зайти, и вот там будет. Блять, прям, я думал, наоборот, вот здесь. Я почему назвал, что. Ой, блядь, пошли назад машину. Скажешь, он в ангаре, да, внутри. Я думаю, что в ангаре. Чемплей! Че у него выход-то, кстати, куда? Не на взлетную посадочную полосу. Ну там, видимо, какой-то этот частный. Для этих. Может. Короче, становись так, чтобы было издалека и чтобы нас сразу всех не перепутали. Ну, вот он. Давай, тебе видно, где открыто? Вот... А, ну да, теперь вижу. Теперь вижу. Ну, около желтого самолета условно где-нибудь вот так, я думаю, сильно дальше снимаем. Ну то есть, где мы и были, фактически, да. Ну да. Можно вот забраться на эти. Попробовать, да, ну-ка. Я тогда вот на трап заберусь. It's a trap! It's a trap. Эй-эй-эй! Тебя начали уже пиздить? Да, тут машина приехала, страшная, черная. Ну, в смысле, черного света. Вас засекли, действуйте быстро, времени в обрез. В смысле, времени в обрез? Блять, что мы сделать-то должны? Самолет, что ли, взорвать? А он сейчас-то в самолете улететь может, ну, действительно, конечно. А, все, он улетел? Ясень, красиво. Ну все, точно проебали, да, это конечно? Подожди, а здесь есть самолет? Так. Хотя да, нахуй на самолет, чем мы будем таранить, что ли? Уничтожьте цель. Бля, реально, слушай. Ладно, сейчас будет перезапуск, и не тратим, наверное, ни патронов, ничего, потому что пусть смысл. Ну, сейчас так, пацанов постреляю. Вот. Так, давай в тачку, сейчас там будем кататься просто. Че? Может он. Ну, хрен знает. Не, он взлетел из этого. То есть он может там с РПГ нет, подбить, еще что-то, но он же нет. Взлететь-то этого. Взлетел, но может он не да особо нет, далеко нет. Улетел. А хули толку-то? У нас нет оружия такого, чтобы его сбить. Нам чем тяжелое нужно. Лучше, конечно, РПГ. Угу. Тогда у меня есть другой вариант. Сейчас мы заново начнем. Мы же начнем, давай, уже заебал. Улетай, а, уже нахер, задрал. Он прям... в море улетел, все. Давай посмотрим, покатайся самолет, может, как его вертолет есть. Знаешь, где может быть? Езжай туда же примерно, где они были, вот где-то там должен... Или вот здесь, или вот здесь где-то и вертолет видел. Ну, это в обычном режиме. Где-то вот здесь он стоял, кстати говоря. А если вертолет есть, то мы можем попробовать его догнать. Если от вертолета, ты будешь стрелять, естественно. Ну, я сомневаюсь, что, во-первых, на вертолете можно догнать его, а во-вторых, ну, ты догонишь. Ну да, догнать на вертолете чё? Реактивный самолет, это, конечно, да. Ну, а во-вторых, догонишь, и чё? Да, ты бы взорвал, всё. То есть ты бы мог стрелять. Рано или поздно взорвётся. А там же вроде как написано, что он бронированный. То есть, ну, типа, вот нужно, получается, купить... А в амуниции продается этот самый... РПГ-то? Да. Продается. Или что-нибудь. Ну, вот тогда. Так, столько он столько стоит, что пиздец. Так, еще раз, ликвидация. А где три? Да ты охуел. А все. Ну давай четыре. Да четыре, ладно. Будем знать, когда мы сейчас пройдем четвертую, третья назад появится в списке, надо будет ее туда выбрать. Ну, может. Окей, значит, мы здесь знаем про то, что нам надо здесь, значит, либо РПГшку себе прикрепить, блять, заебало, заткнись нахуй. Так, каждый раз это раздражение. Опять же, одной кнопкой просто отключить нельзя, пока ты все вот не перетыкаешь, блять. Пиздец какой-то. Так, начальное оружие, пулемет, сверхтяжелый, купить, настройки подтвердить. Все, врубаем? Давай.
Так, блин, я очень ценю предпринимательскую жилку, но сделать у нас настоящую сладость, в связи с семьей, чтобы это надо аккуратно. Это очередная разборка, по-моему. Короче говоря, у них какой-то его местный дилер отправился на сделку с Вагасами, и надо его, типа, чтобы как разборка выглядела. Я опять не прочитал брифинг, я вспомнил в последнюю секунду уже. КЦ-4. Доберитесь до завода. Где-то у нас завод. Ну, кстати, в принципе, даже не совсем далеко ехать. Знаешь что, пока что сейчас, я сейчас метку поставлю, чтобы по дороге было. А, давай заедем чисто в иллюминацию, чисто посмотрим, сколько стоить будет. Без проблем. Сделка пройдет в Ла-Пуэрто на заводе. Насчет жертв не волнуйтесь. Ну, слава богу, это уже я прям не волнуюсь. Я прям честно скажу, я прям испереживался. Я думаю, как же так-то? За собаку не волнуйся, Борис. Да. Я и не волнуюсь. Нет. Так, сеть, друзья. А почему мой не показывает, а? А вот твой. Стрельба коп, кстати говоря, у тебя. Ну, мои деньги, мои там. Это. Почему нельзя это во время игры посмотреть? Ну, пока едем на машине, почему не могу это посмотреть? А ты мог это посмотреть там, где покупал бронежилет себе вот на этом менюшке. У меня там написано 1 120 000. Да я и в чем сидел, что я забыл это посмотреть, но почему нельзя было во время игры этого сделать? Опять же, вот мы сейчас едем, блядь, просто. Yes. Пизду. Ну, сейчас в Emulation зайдем и все будет, в принципе, по-моему. А вот твоя метка на амунацию, да? Да, вот который фиолетовый на амунацию поставил. Ну, этот разговор не так далеко, в принципе. У-ху! Вот это занос, вот это красиво. Это красиво. Что боком навалил. Да. Ты читал мой последний пост, что там в телеге написал? Ну, уже предпоследний. Ну, конечно, про видюху последние новости поговорим. Да, да. Блин, даже рассказать-то больше нечего. Мне кажется, надо просто сразу к ментам идти, еще и мозги. Да там никто ничего не сделает, там говорят, что мы тоже были уже у дядьки этого. Такие случаи, они, говорят, просто мозги ебут вала долго, а потом, ну мы ничего не нашли, блядь. Поэтому надо сразу, ну, нет, я к ним схожу, заявление отнесу, потому что для суда важно, что я обращался. А потом просто подавать в суд на этот магазин, и там дальше туда-сюда, говорят, всегда, так или иначе, всегда, короче, возвращается. Чего у меня... Ну, блядь, у меня только 70 тысяч. У меня только 70 тысяч. Уже 69. Так, хорошо. RPG. Сколько стоит RPG? 75 тысяч. Блядь, мне чуть-чуть не хватает. Ну, я взял. Хорошо. Я просто хочу посмотреть, так, кстати, странно. Okay. После достижения 100 уровня, а эта, которая более прокачанная, она уже сейчас ее можно купить. Ну, только за деньги, но ее можно уже сейчас взять. За бред. А, сейчас еще один момент я хочу. Гранатомет будет доступен после 60-го, то есть относительно скоро. Ну. То есть сейчас никаких. Подожди-ка, еще знаешь, что может быть? Ну-ка. Блять, буду долго пролистывать. Вот где гранаты, тут есть маленький гранатомет, укороченный, 45. Давай-ка я его себе куплю. Пусть он у меня будет. Мне кажется, осталось 20 кусков, но зато вместе теперь сейчас я покажу. Смотри, какой. Смотри, какой у меня есть. Подожди, я в этом еще. Извини, что-то мужика не направил. Мужика не надо направить. Оп. Разглядываем стволы в прямом эфире. Да, ач. Пойдем. Вот как-то так. О, здесь можно назад садиться. Да. Машинка четырехместная, между прочим. 900 метров. Мы уже прям рядом. Мы уже практически не волнуемся по поводу жертв. Ну да. Как говорил один персонаж одной охуенной игры, nothing to worry about. Ну, наконец-то попал на трансляцию, приветствую. Лёха, здорово. Здравствуй. Привет. Привет, здравствуй, всем, Лёха. Всем здрасте, я не знаю. Вот так вот, наверное, надо сейчас выйти аккуратненько. А, хотя нет, пока трущобы какие-то. Танк! Серьёзно? Опа, это ржавый танк, да. Я сюда заезжал. Ты вышел аккуратно. Да. Да, Лёха, привет, я тебя не знаю, но... Это мой племянник, если что. Добрый вечер. А это Т-шка, реально, Т-34, серьезно, что здесь делает Т-34?
Ну вот. А подожди, это или это? Ну, на Шермана это точно не похоже. Ну походу. Ну вот как будто ну-ка, прям Т-34. Встань там около танка где-нибудь, как им красиво. Где еще? А, нет. Что ты делаешь? Я красиво стою около танка. Как мне встать-то? Блядь, вот, вот так? Не-не, ты стой как стой, стоял, у меня тут uh-huh. тупик персонаж. Так, блядь, это по-идиотски сделано, вот надо... Чтобы сфоткать себя, это надо стать лицом к тебе, потом нажать сфоткать и нажать назад, и тогда она развернется. А просто вот, ну, блядь, бред полный. Так, вот ты, короче, стоишь такой красивый, такой нажимаю назад. Блять, я стою теперь жопой, почему? Я ничего не танкисты понимаю. Танкисты в чате, действительно, танкисты в чате, срочно пишем модель танк. Так, все, хорошо, кто вот играл так. в этот самый мир танков, армата, вот это вот все. Ну, а, подожди, вон там дуло. Вот ты так, давай еще раз изобрази что-нибудь, чем мы все сделаем. Отлично. Так, и продолжить. Блять, почему это отослать-то сразу? Ну ладно, все, я понял. Все, спасибо, спасибо. Спасибо, молодой человек, спасибо, пошли. На ранен. Выруби телефон. Так, так, доберитесь до завода. Доберитесь до завода. Так. Какая-то свалка автомобилей и прочего говна. И танков, блять. Так, а вон, ага, вон сделка. Если вас заметят, то быстро разбегутся, где-то есть черный ход. Бля, пацаны, пацаны, вижу пацанов. Где-то черный есть ход, черный да. ход. Блять, надо... на нас идет. Валим. Секундочку. Получается. У меня есть пистолет, глушитель. Давай. Вот я только что подумал, что надо бы было в амуниции-то купить, блять, пистолет все-таки с глушителем. Так, черный ход, очевидно, специально здесь. Это, кажется, чувак для этого специально здесь и шел. Чтобы нам тебе показать, где чего. Ну, так, вот он здесь, вот он возможно. Здесь. Ну и этот спиной, давай. Конечно, стоит. Ну да, все логично. Перезарядка, чисто перезарядка. После каждого выстрела надо перезарядиться, блядь. Они все стоят, смотрят. Так, смотри, двое их, двое. Давай, бери правого. У меня нет глушителя. То есть, ну, сейчас начнется месиво. Уже не начнется, они оба трупы. Справа, справа. Справа там ближе стоит, по-моему. Они примерно одинаковы. Так, ну подожди, блять, я не вижу ни хера, что-то как темно здесь. Ну, ночь, понятно. Так, нам по идее... А, здесь два входа, смотри. Забери все, что у них есть. А только пойдем, наверное, по левой стороне. Вот смотри, здесь же конусы их зрения изображены, поэтому, в принципе... Так, на этом... Можно забраться наверх на штуку, но у меня нет глушителя на снайперке. Окей, значит, пойдем просто через забор сигать и вообще. Ой, ой, что это? Ста... Ямба! Минус мужик. Стива. Прям просто, ага. Стелс. Как сам, брат. Ну, я в порядке, в принципе. К сожалению, отдал 16 тысяч за ремонт машины, а так все прекрасно. А, вот видишь, как у всех. Кто-то дал 16 тысяч за ремонт машины, кто-то 90 за видеокарту, которую, да. блядь, теперь. Кто-то 90 за видеокарту, да. И теперь даже пользоваться не может, сука. Нет. Так, ну хорошо, проберитесь на. Все еще пробираемся, ладно, окей. Уничтожьте цель, все, заебись. Мы, по-моему, куда-то не туда. А, или она здесь. Все, все, уничтожьте цель, вот уже написано. Все, я понял. Здесь, стой, все-таки пока. Да, пока. Пока есть возможность, будем стелсить. Пока да. Блять, надо время. Точно купить ушочек. Ой, короче. Ну вот, все, хорош. Кто там с нами разобраться хотел? А где? Как-то попасть-то? А, все, вижу. Дверь. Не, ну после полицейских эти какие-то обрыганы эти местные, это вообще не серьезно. Ну, это вагасы. Это, кстати, сагасы. Опять же, да, это, кстати, опять же, тоже сюжетная, между прочим, локация. Была с этим, с Франком. Тоже что? Тоже сюжетная локация. А, да? Да. И была как раз тоже. Так, один момент. Один момент. Я сейчас себе. Заюзаю бронежилетик. А то я что-то как-то это. Там тонканул немножечко. Ага. Же, а лифт я нахера зашел. Ладно. Может, закрыл какая-то дверь, захожу в этот лифт. Вверх запаянная, одна нет.
Да, классика. Чинго кабаун. Пошел нахуй. Все? Да. Покиньте, все, да. Покиньте сектор. Шатал цель. Блин, давай. Дело сделано, надеюсь, с Вагасом вы не церемонии. Да нахуй надо это все делать. Все, валим. Вы поняли, нам здесь не рады. Я уходим. Уходим. Оп. Ну перевернись. Машинка, блядь. Не получилось так элегантно, как хотелось бы. А ёб твою мать, что это за говно какое-то? Что это за сушистая машина не так? Сука, ладно, не важно. А, да, это все в машине дело. Я полностью согласен. Да, старая, да. Просто, там проржавело все. Я хуй знает, проржавело или нет, но когда ты нажимаешь ехать назад, она просто стоит на месте. Что я тут, блядь, должен сделать? Выйти ее на руках перенести? Извините, игра этого не подразумевает. Или тысячу опыта, нихуя себе. Не. Сейчас уровень дадут мне или где? Заебись было бы. Ну давай, хорош, все, мы все уже это. Так, ликвидация 3, во. Ага. Все, РПГшка куплена. Ну это не РПГшка, а у тебя куплена РПГшка. У меня-то куплена, да. Значит, по идее, на самом деле, может туда приехать. Блять, ёбаный в рот. А может туда приехать и первым делом шмальнуть из РПГ в самолет. Чтобы дальше они уже... Как вариант. Типа, пошли вы нахер и все такое. Угу. Вот здесь у тебя не видишь сейчас, сколько денег? Не. Где у меня вот? А, я своего игрока еще... Не, у меня моего-то игрока, кстати. Ладно, сейчас. А, вы знаете, как трудно найти хорошего переводчика, владеющего всеми диалектами стран Южной Америки и не боящегося крови. Сейчас именно такого ЦУР запихивает на самолет и увозит на свою базу. Я не люблю, когда остаются хвосты. Доберитесь до аэропорта и ликвидируйте его. Че? Вы знаете, как трудно найти... Ты пропал, потом... Сейчас у меня такого ЦУР за... И ты опять пропал. Понятно, это цензура, короче говоря, правительственных спецслужб. Получается так. Хуй знает, у меня может быть информацию об игроках посмотреть. Вот. Не-не, здесь вот купить патроны, купить сверхтяжелый, ну. Пригласить, и вот ниже есть деньги мои. Ну, вот да, есть. Блять, пипец, я только сейчас это увидел. Все, понял, ладно. Так, все, значит, еще раз. Подтвердить. Игра, да. Пипец, это не. Нет, надо, чтобы это было написано крупно, сверху и так далее, тогда да. Вот. Но оно логично, оно, в принципе, во всем этом. По логике находится как раз там, где и должно находиться. Да, сейчас, давай я опять забыл, хочу поводить. Давай. Хочу покататься. Короче, если это, знаешь, это такое замануха на мои ролики потом, что, типа, если вы хотите узнать, о чем я там рассказываю, об увлекательном и о прочем, тогда смотрите целиком видео, потому что там еще плюс я все время дописываю. Я еще потом дописываю там всякого, тем более. Да. Так, кстати. Кстати. Выходи нахуй отсюда. Пошел нахуй отсюда. О, да. Что происходит-то? Я нашел нормальную тачку. Я как раз хотел ссылку на твой канал скинуть. Да, спасибо. Тачку гонять. Так, рули как можешь. Я уже в столб зарулился, нормально. Даже не сомневался. Значит, если вы вдруг хотите узнать, о чем же все-таки там, значит, говорится в брифингах, прошу вас, пожалуйста, переходите вот по этой ссылочке, вот по этой вот, которая... А там через сколько-то дней там это все появится. Да, рано или поздно там это будет. И рано или поздно вы все узнаете. Что-то ты то ли от микрофона отодвинулся, то ли еще что-то, прям стало сильно тише ты стал. Да, я просто смотрел не в сторону микрофона. А, все, понял. Второй монитор же, ёпта. Ну да. Это, кстати, этот, вот этот, по-моему, Infernus, если я ничего не путаю. Вот он из GTA... А, да, Infernus, не знаю, написано. А вот он тоже в GTA 4 посреди всей такой-то серости, мрачности и прочего. Когда удавалось найти Infernus, на нём погонять, это было прям вах. Так он, по-моему, в GTA 3, по-моему, даже. Был. Да, он во всех частях был, я имею в виду, в таком вот стиле, вот здесь. А, ну так, вот. Так он этом... начинает с трешки есть, да. Просто тогда же они все по-другому тачки выглядели, а именно вот так вот. Да, там они выглядели на свое время. Да. Очень верно сказал, да, скажем так.
Какой микрофон? Что какой микрофон? У меня какой микрофон? Или у него какой микрофон? Я не помню, как он называется. Тем да нужно в микрофоне дело. Саня пропадает, потому что Дискорд мозга ебёт. Вот как бы и все. Причем совершенно рандомно, допустим, у него... Я сначала думал, может быть, ну у меня типа интернет не самый хороший. Вот, но как бы в обратную сторону такое тоже постоянно происходит. То есть, да, и... или я у него пропадаю. Это нормальная фигня. Ну, то есть не нормальная, но... Да, но привычная. Да. За время, что с этим делать? За время проведенных Принцев Персии и Resident Evil, ебать. Ну, я считаю, неплохо. Микрофон у тебя. У меня Fifine 669, что-то в этом роде. Какой-то Fifine. Fifine или Fifin, или что-то в этом роде. Я не помню, как у меня уже марка, потому что на коробке не осталось, но у меня Trust микрофон. Который, он сам по себе из так называемого, из среднего сигнала, да, блядь, ты же мне только что сюда показывал ехать, ты дурак, нет? А я посмостал, потому что, извините. Привычное дело такое постоянно случается. Вот. Ну, он, конечно, интригующе пропадает. Да не говори, это прям замануха откровенная. Че, опять сейчас пропало? Че? Не-не-не, это... А, вообще? Леха говорит, что ты довольно интригующе пропадаешь. А вот знаешь, я вчера пошел... И все. И вот ты думаешь, что ты там вчера сделал, ну что-то в этом роде. Ну это как в этом было у нас тоже, как его называют. По-моему, в «Принце Персии», если... да, в «Принце Персии» уже у меня прохождение было. А когда ты что-то там начал говорить, ну пропало, я говорю, ты там пропал. Он говорит, ну бля, я такую там шутку сейчас, такую охуенную рассказал. Я говорю, вот теперь все, мучитесь. Короче, если знаете, я сейчас просто охуительно пошутил, просто никто не услышит. Да, к сожалению. К сожалению, никто не услышит. Сейчас я, ну, не знаю, попробую наш Дискорд как-то самым приоритетом побольше поставить. Да сука ты! Задачу. Блять, опять! На том же, блять, соба ровном месте. На том же самом, блять, это пиздец какой-то, ёбаный в рот. Только я свернул игру, чтобы приоритет Дискорду поставить. Ну вот ты уже и пропускаешь, короче. Так, а если вот так вот делать? Давай мы доедем просто, хорош там идти. Не, ну я пытаюсь выйти, просто не хочу опять всю эту дорогу проезжать. Думаю, может, можно как-то чуть-чуть, может, чуть-чуть срезать будет и все. Ладно, я поеду сейчас прям медленно в том месте, прям медленно. Не знаю, как, почему он вылетает, а в поворот войти надо, типа, не успевает. Это все Инфернус. Вот была бы та машина, доехали может бы быть, прям четко. Быть. А здесь дури много. Так, куда он здесь? Хотел сказать, подожди, а что в аэропорт-то опять? Что у нас за задание в аэропорту потом такое? А, ну да. Действительно, чего-то... А, вот это уже официальная метка, кстати, сейчас так охуенно стояла, она что-то сверху нам показала, хотя въезд внизу. Охуенно наверх, наверх нас завело, блядь. Я сейчас по маркеру, если что, еду. Вот здесь можешь с моста сигануть, если что. Ну, если вот вышло. А, нет, ну-ка, давай. Ова! Уй! О, есть. А то я уже привык, что в GTA обычно железобетонные кусты, через которые проехать нельзя в принципе. Ну, справа по лестнице можно было перепрыгнуть четко так красиво. Ну ладно. Да. Момент это, упущ... момент уже. Это упущен. Да. Это к тому же это, по-моему, больше для мотоциклов работает. Как говорится, если ты ждал подходящего момента, это был он. Так, ну что, давай, доставай свою Uber-агрегатину. Сейчас я включу. Да не то, снайперку возьми, блядь. Так, а какой самолет? Вот этот, наверное, который слева стоит. Который в ангаре стоит, но у меня целится на машину. Зачем ты целишь мне в машину? А их несколько, кстати. Не, ну улетал он на том, который слева. Я, там еще два есть, но улетал он на том, который слева. Ну-ка, ну нахуй. Минус. Еще раз пальни, на всякий он не сломался. Помойся. А, так он же бронированный, ну да. Не, ну что, не до такой же степени. Вас засекли, давайте действуйте быстро, типа. Покиньте Марс. Все. Все, что ли? Ты его убил, походу он сидел в самом самолете уже изначально. Красиво. Не, ну что заебись, мне нравится, мы красавцы. Так вот случайно выстрел, у меня уже половина бронежилета. А, у меня вообще нет бронежилета. А, ты знаешь, мы по никогда... мне там, честно сказать, насовали-то капитально. Так, теперь что, от ментов свалить, да, правильно? Да. Опять же, если получится, езжай куда-нибудь в горы, там...
Если что, я сейчас ничего не пропал, я специально. Лиза! Лиза, и ты здесь. Привет, Лиза. Привет, привет. Здравствуй, Лиза. Лиза. Опять же, не знаю, кто это. А кто Лиза? Лиза — это жена Лехи, это какая-то, видимо, тоже моя родственница теперь, но я в этом не разбираюсь. Ну понятно, ну жена. Поскольку Леха мой. Леха мой двоюродный племянник. Семейный контент. Это пиздец, вот одну ты хорошо. Семейный контент. Это именно он, да. Ну ты хорош, я сейчас хорошо прям прыгну. Все, так, тормози здесь, не езжай пока больше никуда. Затормозил. Все, в кустик спрячу сейчас. Как в Assassin's Creed в кусте спрятался, все. А вот, короче, Лиза тоже привет. Всем привет и всякое такое. Он нас игнорит. Вообще не игнорит, в смысле. Я, видишь, я за рулем, я ехал. Ну, давайте. Ну, посмотри на меня, учись от первое лицо. Учись на первое лицо. Бата, красавчик, секунду. А что у тебя финиш такой прям? Чудовищный какой-то. А потому что там каждый сидит. А потому что падение на машине и все прочее, оно прям отражается на персонаже. Я сам охерел, причем это в самой игре нету, это только в онлайне. 25 уровень, кстати. Блять, а мне до 57-го, до 50, подожди, кого-то, до 56-го буквально не хотел какие-то писюлечки, ну ладно. Вот, 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 вот. Видишь, что РПГ купил, сразу приехал, бах-бах-бах, все, миссия пройдена. Да, все четко. Убийств 2 и 2, соответственно. Четко, я двух из снайперки снял, это эти. Так, что у нас там, ликвидация 5. 5, да, 5. Ну, четвертую мы прошли, и останется еще одна. Не, ну прям сегодня хорошо, мы прям сегодня красиво, прям сюжетные. И все, что значит, и все? И все что? Это в каком смысле? Это в чате у меня жена спрашивает. И все? Не знаю, что значит, и все. Уточни мне, скажи. И ей, кстати, тоже привет. Ее тем более не знаю, но все равно привет. А это не мне было, ладно, они там. А, это они там с... Так, со своими переписываются. Так, пульки... да, все, поехали. Это все друзья наших друзей, наши друзья, так что... Согласен. И родственники наших друзей тоже наши друзья. О, я помню эту локацию, мы здесь этим, как его, с гладиатором с тобой бегали, я помню. Да. Гигантский орел. Эх, воспоминания. Что-то переключился на этот первый... А, ну да, я же в машине сидел. А, Z, чтобы... И я, кстати, тоже. Я опять не прочитал брифинг. Что я молодец, пиздец. Цель? Я молодец. Молодец, что пиздец, как... Блин, даже в рифму. Уничтожьте цели. Ну хорошо, здесь вот более-менее понятно. Если, конечно, мне кажется, что мы-то так... Ребята залегли на дно. Вам придется убрать их по одному. Да ради бога. Вот сейчас, видишь, опять же, если... мы с тобой знаешь, что можем сделать, если хочешь? Ты можешь, допустим, поехать на одну, я на другую цель. Но я сомневаюсь, что они там по одному сидят. Скорее всего, их там... Я думаю, что нас по одному там раз... Да. Чикрыжат, так сказать, и все. Они не сдадутся, вертолеты готовы действовать. Что? Вот. Ну, то есть там у них где-то на их локации еще вертолет. Не мерзнешь на балконе, там ноябрь так-то. Не мерзну, здесь все тепло, все красиво. Все утеплено, все здорово. Так, сейчас, одну момент, вот сюда встану. Карта. А ни хрена их там. А, смотри, тут есть подожди, тут есть вертолеты, между прочим. Прям для нас. То есть мы можем сесть на вертолет, между прочим, туда долететь. Может, давай сядем на вертолет. Или не хочешь? Не, ну если ты умеешь летать, и ты будешь за рулем, без проблем. Я за рулем, да. Все, все, поехали тогда. И мне хватило этих гонок на вертолетах, когда я смотрел просто. Ну там поначалу непонятно, да, потом опять же потренируйся, полетай, да, у тебя будет получаться. Там они не очень любят. Проблема в том, что у меня просто по умолчанию, вот я мышку отпускаю, у меня камера задирается вверх, и я вижу вертолет, ну, тупо сверху, и а куда лететь, чего лететь, это мне не видно. В этом как бы проблема. Ну, да, была. Херня какая-то. Поэтому. Сейчас опять же можешь там, не знаю, какую-нибудь снайперку брать и сверху и снайпы, допустим, их расстреливать. Ну я попробую. Если там по одному. Ну сейчас узнаем, просто вот на одну точку слетаем, посмотрим, что она себе представляет. Нет, опустимся, сядем в машину и поедем дальше к следующему уже. Ой, нет. Ну ладно. А можно что? Это амфибия у нас, все нормально. Это как в этом в такси, помнишь, когда они в бассейн упали? У какая.
Смотри. А, вот он. Вот он, бетонный забор как раз. Да. А ты увидишь этот вертолет, который висит в воздухе? Или у тебя он не висит в воздухе? Не, у меня не висит в воздухе. А. Здесь а, это не в воздухе, это песчаная, насыпь такая. Да. Так, подожди. Сейчас. А, у меня пулемета нету. Ну ладно, давай. Снайпа так снайпа. Так, это сейчас пойди. А, блять, это ж. Все. Не назад и вверх. Так. Поднимусь повыше, чтобы он не пизданулся. А, я забыл, что здесь на паузу не ставится. Так, я прям сейчас лучше дойду, твою мать. Я хочу просто метку поставить, какая ближайшая, чтобы не это не. Все. А то они на карте, на мини-карте все кучи показываются, какая из них ближайшая, хер его знает. Теперь я знаю. У него на балконе теплый пол. Все верно? У меня на балконе теплый пол, поэтому мне не холодно. И где? Вот он где-то прямо над ним. Левым бортом поверни, я не вижу. Я... Бля. Поднимись, ебаный рот. А я давно, кстати, так вот не летал такой. Ладно, садимся, похуй. Все, садимся, извините. Сейчас без шуток, безо всего, извиняюсь, идея была не очень. То есть, ну, я более-менее представляю, как летать, но не настолько, видимо, хорошо. Окей. А чего на Ютубе, а не на Твиче? Там вроде удобнее. Понятия не имею. Я не знаю, на Ютубе захотелось, вот поэтому на Ютубе. Дайте машину. Давай, да, действительно, на машине. Так, сейчас я постою сразу, чтобы пока копов нету, чтобы никто не зацепился. Надеюсь, не зацепится. Скажут, что. Все. Так, они вот интересно, где будут? С вертолета наготове. Пошли. Ну, показывают выше. Ты девки, что ли? Бля, серьезно, это типа надо вертолет наготове в том смысле, что надо прям на вертолете туда залетать. Да по... Это что такое было? Да, готово, готовченко. Нихуя не понял. Время пошло, поторопитесь, пока остались. Да он на вот на переходе там на другой стороне, на противоположной. Я даже понять не успел, серьезно, что происходит. А он начал стрелять, и я. Ну я услышал выстрел и увидел, что у меня здоровье, точнее, ближе чуть отнялся. Где чего? Так, где следующее вот это будет? Блять, не то. Бля, пиздец какой-то, я ничего понять не успел, че, куда мы? Че там пишет, сколько народу в зале, хотел сказать? Ну, типа, смотрят трое. Так. Где мои-то все граждане? Где мои миллионы подписчиков? А, ну да, у меня их нет, извините. Так, это тоже наверху. Вот это, кстати, могут быть где-то там на крыше или типа того. Да, это что-то, блин, подозрительно вот, похоже на то, что на крыше. Строительный этот. Ебать, это туда подниматься ебанешься. Ну, а, тут пойти... еще и таймер, 6 минут у нас осталось, даже меньше. Ой-ой-ой. Нужно поработать над взаимодействием с чатом. Ты куда там вверх надо? Да сука, я думал, что можно встать на эту хуйню. То есть идиотская манера, что нельзя на многие вещи, она просто не залезает на них наверх. Так, ладно. Сразу перепрыгивает. Что происходит? Ты там стреляешь? Да меня бабища задавить хотела, я ее успокоил. Мне кажется, надо все-таки на вертолете лететь. Потому что, ну, как? Ну да. Так, полностью сейчас. Согласна. Что началось-то? С вертолет. Какая нехватка внимания. Я метку поставил на вертолет. Угу. 800 метров, в принципе, недолго. Я стараюсь смотреть в чат, но я же и как бы, ну, то рулю, то стреляю, то играю, то еще что-нибудь. Да, у меня, если что, просто извините, как бы у меня на телефон пишется камера. Игра развернута на игру, а больше мне пока что я не сделал, я потом все-таки чуть попозже там до этого доберусь, налажусь и так далее, чтобы у меня второй комп, ну, у меня, чтобы оба компа, новые и старые, стояли впритык, и тогда я буду писать дальше там какие-то моменты, может будет на втором компе тоже запускать тоже стрим, и чат уже я буду видеть тогда, и тогда я смогу что-нибудь там читать.
Так, это на крыше. А, все, я знаю, стоп, 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 выходи. Десантируй. А, вот лестница, лестница, лестница. А, вот здесь она, да-да-да. Я тоже по сюжету помню, что она здесь есть. У меня неплохая такая женщина, потому что получилась вполне симпатичная, по-моему. Надеюсь, нас услышат. Да я же слышу, я же отвечаю. Чего вы начали? Чего началось-то? Нормально же общались. Оп! Так, давай, рули процессом. Только... О! Чуть лучше, чем в прошлый раз. Не гарантирую. Это самый хуёвый вертолет. Я просто... Что в четвертой части, что здесь в сингле. Я хуевал вот с этого мудака. Я просто с него хуевал. Он, с одной стороны, быстрый, типа, и маневренный, но это такая мразь. Ждем косплей на следующий стрим. Косплей что? А почему косплей? А, косплей... Косплей, косплей на кого? Давай начнем сначала. На НГ Балаклаву, да? Нет, зачем Балаклава? Так, у меня голова не мерзнет, все нормально. Прям выше, выше, выше. Ну, он получается давай. Прям тупо на крыше. Время идет на крыше. Так, для снайперка. С тобой, да? Угу. Вижу, что ты со снайперкой. Это. Да, он прям реально где-то на самой верхотуре. Так, все еще. Оп. Вот где-то. Вот он. Блять, не попал. Да в рот мне ноги. Да сделанный круг. Кто-то там вниз упал один. Все? Все, ага, заебись. Полетели. А все, я попал в него? Он точно мертв, удостоверьтесь. Да мертв, все. Угораешь, что ли, он улетел на 700 метров в преисподнюю. Красная точка пропала, значит мертв не ебет. Я не буду. Балаклава есть. А почему не надета? Зачем мне балаклаву-то надевать? Косплей на GTA. Ну, типа ограбление балаклавы. Типа намек, что мы будем в следующей где-то серии проходить ограбление. Вот это я не понял сразу. Так, подожди, а это где? А типа выше, а. Но здание мы сейчас пролетим, которое выше. Нет, уже не выше, ладно. Он на горе где-то. Все, пытаюсь найти, где там, летим. Нормально, летим. Так, вот, а, видимо, в том здании прямо по курсу, который на горе стоит, вот это вот. Угу. Так, сейчас раз, аккуратненько. А, он под нами уже. Ага, так, сейчас. Куда? Так, левым бортом. Я уже. А я никого не вижу. Кого мне? Да вон они на улице тусуют, слышно, кого не было, они забегали. Вон с бассейном здание слева по борту. А, блядь. Все, я тупой человек. А кто из них? Ну-ка, вот на крыше, который стоит, это не он? Готово. Нет. А, нет, не готово. На крыше, видишь, чувак стоит одинокий. Тоже не он. Вообще ёбнутые, что ли? Эти все, этих надо всех убить, они же все кровь. А, вижу. Все, готов, Чемка, поехали. Не, надо, видишь, всех надо убить, потому уничтожьте цели. Не, цель. Уничтожьте цель, поехали. Все, это охрана, это хрен с ним. У нас минута. Блять, слушай, это я не гарантирую, что мы уложимся. Хочется вжиться в сюжет. Ну, осуждаем такие сюжеты на самом деле. После вживания такие сюжеты. Самих сюжетов и не вообще похуй. Так, какие вот, еще игры на стрим планируются? Ой, блядь, но... на вертолете, ебаный в рот. На каком из? О, вот хороший вопрос. Наверное, вот на этом, который слева, судя по всему. Ща, ребята, я тут за снайпера, поэтому. Да что, блядь, вот у меня сейчас была та же хуйня, что ты описывал. Не, по-моему, тот, который перед нами вертолет. Вот перед да, нами. Да, улетевший улетел. Батя, что, выдал. Да что ты, сука, делаешь, ёб твою мать. Так, убил, я нет? Не могу уже... стрелять пока. А, все. Да, умри. В муках. Дохни от диареи, мразь. Да все, у нас 7 секунд осталось, забей. Все, я убил. И просто один еще. Остался еще один, да, и 2 секунды. Ладно, значит, опять, какая была пятая, получается? Значит, мы будем знать, там надо сразу на вертолете лететь, окей. Да. Так, значит, ну, какие еще игры на стрим планируются? У меня еще The Quarry выходит на стримах. И, наверное, когда я пройду The Quarry, я God of War добью на стримах тоже, потому что мне что-то лень проходить. Ой, блядь, не то. Сука! Что? Я четвертую нажал нажимать? Ликвидацию, мы ее только что... Или... А я на шестую, на всякий случай. А сейчас была пятая. Ну ладно, посмотрим, что у нас выдаст. Хороший, кстати, вопрос. Кто выиграет из нас?
Да, значит, God of War тоже отодвинут в Steam, а там видно будет. О, ликвидация 6, отлично. Трим на Тетрисе можно? Не знаю. Думаю, что вряд ли. Так, вот видно стройки. Да, там купи, если что надо, у тебя патронов там не было, еще что-то. Все, давай. Нет, у меня не было пулемета, в смысле, в принципе, не было. А-а-а. Ты что, дурак, что ли, какой выйти из дела? Ни в коем случае. Балаклаву в студию. Хорош. Хорошие свои балаклавы. Что, что у тебя так она прям это... Я не знаю, что-то хотят от меня со своей балаклавой. Ну, можем, ладно, мы сейчас можем, если вы хотите, я, правда, не знаю, где, если вы напишите, где, мы можем, вот, когда мы пройдем эти... Нет, они задания. Хотят, чтобы я нацепил сам на себя и сидел. Не, я понял, говорю, ну, максимум, что мы можем вам сделать, это вот... Отписка? Вот. Серьезно? Родная жена от меня хочет отписаться? Да, ладно. Это да. Удар ниже пояса. Наши друзья решили перестраховаться. Конвой и куча сопровождения. Опа. Расстояние А, расстояние Б, что же это значит? Видимо, которые они проедут. Я сейчас не понял, карта где у нас, ну-ка. Где А, где Б? Ай, два там, два, короче говоря. Там едет конвой, две тачки. Ага. Окей. Так, подожди, надо хотя бы примерно себе. Они едут где-то вот... Так они двигаются, нафиг, нафиг этот самый маркер-то сейчас ставить. Я понимаю, что у меня здесь какая-то метка стоит. Ну, хоть примерно, ты думаешь, я знаю, куда мне ехать, в какую сторону. Я не настолько хорошо знаю город, пусть где-то здесь будет. Примерно в каком направлении. Напрямки-то я прямо не могу. Поставил маркер, все, поехал. Ну, я не прямо по нему, потому что если мало будет загвоздки, прям то. А что-то я хотел сказать умное про подписки. А, вот, максимум, что мы можем сделать в случае с балаклавой, это когда нам сейчас закончится вот эти задания, мы выйдем в открытый мир назад. Вот, можно просто нахер пойти в магазин, если вы скажете где. Купить балаклаву, нацепить на башку и до конца серии, допустим, с ней пойти. Это максимум. Ну, я даже этого не хочу, потому что нахуй надо, я себе более-менее симпатичную женщину делал. Да не, фишка в том, что у меня-то есть балаклава дома. Я просто ее одевать не хочу. У меня даже нету. Но одевать я ее не хочу. Потому что у меня вспотеет лоб. А как я буду сидеть со вспотевшим лбом? Бля, куда это? Вот если бы ты не тормозил, ты бы перелетел через него, скорее всего. Я у него в шкафу она. В смысле? Лиза, ты-то откуда знаешь? Вы что? Когда ты последний раз была в моем шкафу? Давай начнем сначала. Напиши, пожалуйста, точную дату и время. Да, блядь. Ты поставил маркер и на каждом повороте норовишь слез. Так я смотрю, ехать. Где еще точка, и пытаюсь, думаю, может как-то это, туда-сюда, но нет. Блин, ну пока нормально едем. Более-менее примерно туда. А их надо типа уничтожить. Да, это, да? Ну, короче, понятно, вот они типа проехали вот там столько-то вот писюлечку пока от того, что им надо проехать. Ну, видимо, да. Я просто к тому, что мне РПГшка их успокаивает. Я думаю, если это будут машины, думаю, имеет смысл сразу. А ты можешь, кстати, стрелять? А, подожди, кстати, у меня же есть маленький микро этот гранатометик, и можно стрелять, по-моему. Нет, я могу включить радио зачем-то. Курва матка. Серьезно, ты не можешь? Блять, я купил специально, грубо говоря, обрез гранатомет, и она не может им из окна стрелять, прикинь. Какой нахуй смысл тогда? А, блин, вообще. Во. Я могу одну гранату еще бросить. Я тоже. Микро ПП могу стрелять. О, сейчас мы. Так, ну давай я тоже, наверное, гранату уже сейчас доложи. Стрелять. Ну, ну все, ну, снизу гора. Везут разные грузовики. Ну, хорош, это точно надо гранатометом. Давай, обгони, ага. Обгони его, наверное. Я попробую. Блять, пацаны прямо в кузов закинул. Выстрелить. Опа! Заебись, я прям им туда в кузов всё закинул гранату. Все, осталось А. Осталось до второго, да. Да куда ты меня? Да пошел ты нахер, все, отстань от меня, мы убили кого нам надо, мы уезжаем. Все, мужик, успокойся. Ты нам водила, нам не нужен.
Бля, это отличная идея, мне нравится. Я думал, что они не реализуют, что граната там проскочит через текстуру или что-нибудь типа того. У них прям прикольно, открыт кузов, все, в кузов можно гранату. Так, начни, прошу тебя, сначала. Я думал, что... Я думал, что там типа граната через текстуру проскочит или типа того, а тут прям реально можно в кузов доехать, твою мать, мудак. Так, все. Отлично, все попало. Сбавьтесь от хвоста. Несколько колесо, судя по всему, одна пробита тут позвонит. Да, левая передняя. Между прочим, у нас... Можно пересесть, в принципе. Сейчас, просто хочу уехать куда-нибудь вообще, чтобы нас не видели. Так. В принципе, пока и так неплохо. Ну, в общем. Бля, как хорошо, что тут кто-то нас видит. Я, пожалуйста, перестрахую, еще вот так сделаю. Мужик, здорово. Ебо пробил. Чисто почесал по спинке. Блядь. Давай налево сразу. Не, налево там... А, все. Все, изи, не почувствовали. Не, ну это было красиво, было хорошо. А сейчас надо пятую еще раз с вертолетами. Да. Чтобы всю пачку, так сказать, пройти, закрыть. Чуть только десятку за это дали. Но она, в принципе, довольно легкая. Хотя, на самом деле, сначала я думал, что сложнее будет. Но она реально довольно легкая, и поэтому... Ну, логично, что не только десятку. Хотя мало. Это гриндить так надо будет пиздец сколько. Чтобы купить себе дом за 2 ляма. Поэтому можете задонатить там нам что-нибудь, я не знаю, чтобы мы купили. Чтобы мы задонатили. Так, ликвидация 5. Так, пятая. Можете задонатить нам, чтобы мы задонатили Rockstar. А, хотя покупки же сейчас, они же отрубили микротранзакции. Да, точно, они же все. Они, их же можете просто нам задонатить, без проблем. Да, да, можете просто нам. А мы сделаем, мы представим, что мы задонатили. Так, значит, патрончиков я немножечко прикуплю. Подтвердить. Так, ну что там, говори, как у тебя как. Все, поехали. Значит, сразу к ближайшему вертолету и полетели нахуй. Ну, логично, что ты, хотя мало лол. Будьте добры, Алексей, поясните, я не понял ровно нихуя. Я понял лол. Ну, лол, да, лол это понятно. А вот что логичного в том, что ты? Я не очень, хотя честно, мало. Хотя мало, да. Так, где там вертолеты все были? Сейчас найдем. Оп! Так, вверх-то... А, тут ближайший... Блин, как он ближе? Это сейчас мы выезжаем туда, это мы выезжаем а сюда. А туда, по-моему, где-то недалеко же было. Да. Их просто дохуя здесь, их много. Поэтому смотрю, типа, какой... Какой удобный. Попробуем в этот. В том мы были, давай в этот попробуем. Ребята залегли на дно. Принципе... ну сейчас таймер не идет еще, поэтому... А, слушай, а может мы тогда с тобой полетим сначала как раз таки к вертолетам? Начнем с самого, так сказать, этого геморного. Остальное все-таки попроще, когда они там на крышах просто стоят где-то и что-то еще. Вот вертолет. Как и все мы, брат, как и все. А, прерывание, он про прерывание связи. И чего? А что за фраза? Ну, это он прокомментировал то, нет, как мы с тобой общаемся. Я понял, что за фраза-то у него была? Ну, логично, что ты... Хотя мало лол. Как это слышится со стороны? Забей. А, господи, блядь. Это слишком сложно для нас. Нет, я понял. А, кстати, по поводу того, что на стриме будет. Тут недавно вышел ремейк или ремастер, как-то я в них не разбираюсь, вот что ремейк, а что ремастер. А ремейк или ремастер, соответственно, Stronghold первый. Стратегия такая, которую я нет-нет, да и да. Поэтому я думал как-нибудь стримчик, а то и видос посвятить ей. Чисто зайти, чисто посмотреть. Я уже ее скачал, заходил, смотрел, мне понравилось. Ну, в принципе, более, если у меня будет свободный в этот день, я могу чисто потусить микрофон, тоже побубнить что-нибудь. Чисто что? Чисто поприсутствовать, микрофон побубнить, я могу еще. Ага. А ты играл в Stronghold? Только в Crusaders. Вот, и я тоже только в Crusaders. Ну, во вторую еще играл, но в
Stronghold 2, но она мне что-то не зашла. Ну вот я только в Crusaders я больше не что-то делал. Вот, а Crusaders у меня практически пройден был когда-то давно. Так вот, я не знаю, ты меня услышал или нет, возможно, это тоже пропало. Я говорю, давай мы первым делом полетим к вертолетам, пока не начался отчет, да. Начнем к СМИ. Без проблем. Без проблем, чтобы таймер особо не это. Потому что да, когда там чуваки на крышах стоят и прочее, это все-таки, ну, типа, довольно легко. Они стоят на месте, а вот когда вертолет. Надо было сегодня играть в нее, пока свежак. Так, серьезно. Вообще по барабану, когда там свежак, когда не свежак. Сегодня у нас цель была нагнуть Лос-Сантос, и мы к ней идем. Так, по-моему, вот эта метка, если что так просила. Играй, ёптвою мать, прекращай. Да, по-моему, вот это. Целый бы день смотрели с кайфом, но... Так, ну, знаете, не у всех есть время целый день играть. Я потек. От этого комментария я потек немножко. Не, ну это я не спорю, это приятно, что целый день смотрели с кайфом. Так. Белый, как белый. Сейчас помню. Так, левым бортиком маленько, будьте добры. Еще чуть-чуть, ага. Не попал. Попал. Ну ты хорош, ты пилот. Охуеть, вот это ты молодец, ты пилота захуярил, вот это ты красавец. Сейчас я хочу на это посмотреть. Наверное. На это можно несколько секунд потратить. Так, все, полетели теперь к остальным. Ну вот, хорошее начало. Вот на геймпаде в нем, наверное, летать было бы удобнее. У меня даже геймпад подсоединен, он даже и видит, я пробовал. Но сейчас не самое время, мне кажется, учиться летать на геймпаде. Два раза отписка, мнение зрителей не учитывается. Ну... Короче, знаешь что, пошел-ка ты... Это тихо, спокойно, это моя жена пишет тихо. Я не ей, я говорю, я тебе говорю, типа, продолжаю шутку. Я говорю, вообще, знаешь, пошел бы ты, я, наверное, тоже от тебя отпишусь, потому что, ну, нахуй. Что-то как-то, так. Не знаю, какая-то хуйня сейчас у тебя начинается, зрители не слушают, что-то там еще, жене хамит вообще в прямом эфире. Так-то да. Ты взлетишь или нет, ебаная шашлычница, блядь, мангал ебучий. Блядь. Точно, вот так. Пацаны, вот на крыше он стоял, по-моему. Левее. Ага. Он на крыше стоял. Он, туда. Как сейчас помню, сидел... Не-не, он не на крыше стоял, он сидел вот за скамейкой. Он голышом. Ага, вот он из бассейна выскочил, вижу. Сука, не попал. Сука, не попал. Зафиксируйся в пространстве. Блять, он в дом забежал, что ли? Ну да. Не, он сел за скамейку там, где и сидел. Так, вот... Сейчас я развернусь. Вот он. Ага. Готов. Ох, Ченко. Красавчик. Даже мама ама криминал. Так. Так, полетели дальше. Значит, ты не забывай, что ты в соседней комнате сидишь, и я сейчас выйду отсюда после снима, и мы с тобой поговорим. Так, этого чувака, который на доме, оставлю, наверное, последний. Давай на крайне, который напоследок, он самый простой. Ну, не на крайне, но небоскребок. Вот этого тоже довольно сложно, потому что он где-то на невысоком здании, я вот не понимаю, как его с вертолета валить. Который, короче, к первому мы тогда полетели, я вертолет проебал. А, ну там да, там придется маленько чуть-чуть как-то не на самую верхотуру забираться, а чуть на среднем этом. Но он, в принципе, вот как это называется, балюстрада или, блин, ну, типа переход такой, между зданиями. Переход, да, я не помню, как называется. Вот он там. Ой, блядь, это вот прям вот в этом. Да я, наверное, посажу просто вертолет. Не-не-не-не-не, зачем? Он... Вот дорогу, блядь, как тебе объяснить-то? Я понял, вот где с... я, не вот знаю, он с этой подлетит. Стороны. А? Вот между домами. Да вот я знаю, дома. Что между домами. Вот, и теперь левым бортом поворачивайся. А, вот он, да, все. И зафиксируйся. Так, сука. Его сложно зафиксировать прямо на месте. Может, чтобы он только так парил типа чуть-чуть. Да блять. Хорошо, хоть он не убегает. Все. Все, вижу. Так, погнали. Теперь остался на самом высоком небоскребе и какой-то один, которого мы не знаем. И последний, да, до которого мы не долетели. Пойдем его в первую очередь брать. Потому что его мы не знаем. Мало ли, пусть время. Этих-то точно уже знаем, там быстро, весело и так далее. Кстати, это где-то внизу, между прочим. Внизу, да. Бля, вы серьезно? Он еще никак двигается. Он на машине, что ли, едет? Да, уеду. В
Вы охуели, что ли? Так, ладно, давайте. Ладно, хрен с ней, с машиной, да. Давай тогда убьем этого, а тех, а того на машине как раз ебнем. Это, блядь, это говно, блядь, они вертолетом. То назад, то вперед его колбасит. Блядь, ненавижу это говнище. А ты что, выше все? Вертолет не может? Да, ну на. Ну ты, блядь, пиздец, у нас заворачивает. То его, понимаешь, что его от любого чиха его кренит во все стороны, еще и камера начинает крутиться. Она не остается в положении, в котором я ее оставил. Начинаешь вертолет крутить, и камера такая, да я подкручусь тебе вот как-то вот так. Вот как-то вот так. Так ты увидишь вообще их? Так, ну кого-то вижу. Ну, одна, это был не он. А наверху на самом чувак какой-то. Да, блядь. Да ты серьезно, что ли? Блять, я очень плохо накосил сильно, прям ужасно. Так, подожди. Я... Где они? Да бляха. Где-то на этом уровне. Где он? Да пошел так быстро все. Да ёб твою всё. Мать, вверх взлети, говна ты ебаному кусок. А, нет, не все. Не все, вон точка красная, я тебе про что и говорю. Блять, невозможно колбать. Да нахуй ты это делаешь, камеру, блять, пиздец, у меня камера просто куда-то в ебеня улетает. Я не, у меня нет третьей руки, чтобы камеру еще, блять. Почему ты назад улетаешь? Пидорасина, ты ебаная, ты можешь просто на месте зависнуть, сука. Жесть, он прерывается забавно. Что есть, то есть. Смешно, да, охуеть смешно. Просто, блядь, оборжаться. Так, я его вижу. Блядь, теперь не вижу. Ага, нет, вижу. Я не понимаю, где он. Выше, можешь чуть повыше? Да, блядь, он бессмертный, что ли? А сколько раз в него попасть-то должен? Ты увидишь? Да, так, пока да. Да пиздец, я тоже вижу, падает, встает. Да, встает. Это все еще не он, что ли? А он ниже теперь? В смысле? Ну заебись, все, 30 секунд осталось. А как тогда? А, сука, вот он, падла. Блять, это все еще не он. Что за мать? Да все за 3 секунды. Не, это реально управление вот на вертолетом, это пиздец какой-то, это просто... Мазила, Серх, да это сам ты мазила, слышь. Ты попробуй, блядь, когда это говно болтает из стороны в сторону, еще что-то да, попасть, блядь. Это неудобно. Дай случайное, хуй с ней. Давай. Наверное, последнее дело на сегодня. Ну, хуй с ним, с вертолетами, будем считать, что там... Что ну, прошло. короче, прошли. Изи, не почувствовали. Говнище, серьезно, управление с клавиатурой и мышей, я хуй знает, как можно в это вообще играть. Это настолько уебищно сделано. Кто хочет, посмотрите мое прохождение этой, как ее зовут, сюжетки. Но так там жопа горела в нескольких моментах, что просто пиздец. Там любое прикосновение к кнопке, ну там, к любому управлению, да? На, блять, случайное дело, он опять шестую ликвидацию включил. В смысле шестую, я ничего не нажимал вообще. Ты уже зашел, что ли? Да. А, вот же, вот, наверху написано, я думал, что он выбирается. Ну, а шестая это что у нас? А, с двойками. Будем или давай что-нибудь другое посмотрим? Ну, да не, это было уже, давай выйдем. Да, пойдем выйдем.
Вот. Я просто потому что вот там на любое нажатие клавиши, на любое вертолет этот колбасит как кусок говна в проруби. И плюс еще камера, она не держится. Вот ты ее выровнял так, чтобы вертолет типа вперед был направлен. Ну как на машине, когда едешь, да, по умолчанию. Ты начинаешь нажимать эти клавиши, и камера куда-то то она вверх, то она вниз, то она назад. Я думаю, ты можешь просто думать, вот камера сохранить этот вид вот такой. Это дает мне типа нормальный обзор. Я вижу вертолет со всех сторон, и я бы мог тогда уже чисто управление. Нет, но еще и камера начинает. Это такой вот, этот вот режим болтанки ебучий. Когда все болтается, все туда-сюда, и просто уже. В общем, пиздец. Как обычно, делали под геймпады, а на ПК, да и хуй с вами, что тебе не нравится, пошел нахуй играть, не играй в нашу игру тогда. Так, я тут, похоже, могу купить квартиру какую-то. Чего? Какие-то игроки погибли, что-то еще. У нас же закрытый сервер, что за хуйня? Опа. Смотри, пошли какие-то эти надписи, типа игрок такой-то то-то, игрок такой-то то-то. У меня нет никаких надписей. А у меня пошли, я что выкинул? А, у меня есть твои сервер. Я из сессии выкинул. Ладно, тогда это, мне кажется, знак. Ну, как мне скажете. Кажется, это знак. Не, ну что, сколько? Два часа мы сидим, в принципе, нормально. Ну, можно уже... один момент? Сейчас мне просто интересно, какая-то метка на карте непонятно, что какая-то лодка. Просто понятно было, что это такое. Сейчас, где тут она? Кстати, потом, знаешь, что еще может быть из серии того, что можно будет пройти? Если сейчас ты не будешь меня слышать, скажи потом. А из того, что... А, да, это что, игрок на яхте, что ли, просто плавает? Моя яхта, что? И она пропала. Я сейчас не понял нихуя. Короче, у меня появился значок на миникарте. Яхта. Подожди, там кто-то щелкает, что-то переключает. Чего? Я нихуя не понял. У меня сами значки с собой переключаются. Алло, ты меня слышишь вообще? Да, да, у тебя там что-то происходит. У меня, короче, значок... А, ну понятно, видимо, игра что-то затупила. Короче, у меня появляется значок яхты. Я думал, что какое-нибудь задание или что-нибудь еще. Думаю, давай, интересно. Начинаю на него листать. Нахожу, где-то там в ебенях в воде стоит. Я на нее навожу метку. Написано, ваша яхта. Так, заебись. Вот теперь не слышу. Ладно, в пизду я не хочу рассказать, мне все, меня заебало. Никита One. Интересная игра. Братик, ну ты что, в GTA не играл, что ли? Конечно, интересно, естественно. Так, я тем временем купил какую-то квартиру. И поскольку она написана как вроде как элитная. Угу. Может, она подойдет потом для ограбления. Здесь ли мне можно сделать ограбление какое-нибудь? Ну-ка. Говорится, в следующий раз вот об этом не знаю. Так, ну-ка, сейчас чисто буквально. Дела. Начать дело. Так, мои дела. А, там нет тебе тоже писало, когда ты пытался начать? Нет доступных дел. То есть он мне пишет, чтобы получить дело. А, нет, просто. Задание. Я ничего не понимаю. Ладно, это надо реально смотреть. Я сдаюсь. Просто начать. А как вы зашли в онлайн, она же недоступна в России. Так у нас она куплена была еще, е-мое, сколько лет назад. А то, что куплено, из Steam уже все. Да, они не блокируют. Играть-то можно. Более того, у меня были проблемы же с аккаунтом. Мне в русскоязычной, ну, конечно, просто в поддержке Rockstar мне написали, все заебись, все решили. Так да, что... поддержка работает, все нормально. Это ты сейчас типа купить не можешь, а ты раз купил, так чё уж. Можешь и задонатить, раз уж такое дело. Задонатить как раз, говорю, скорее всего, магазин отключен. А, ну да. А подожди, давай чисто ради интереса. Мне прям интересно. Сейчас прям, ну, для вас, как говорится, не в прямом эфире. Войти в магазин, давай. Ого, нихера, у меня телескоп есть в квартире, прикинь. Я могу подсекать за соседками голыми. Понятно, что с какими-то другими соседками тусит, все ясно, все ясно. Я уже... Так, вот, допустим, 4 250 тысяч долларов за полтора косаря, давай, за полтора косаря рубасов. Давай, а завершить покупку, ну, в любом случае, я карты никакие не привязывал, так что он в любом случае должен попросить меня. А, ну да, да, вот я попытался купить сейчас себе денег для онлайн. Написано «Магазин Steam», в настоящий момент недоступен, повторить попытку, ну, это не магазин недоступен, это... Нет, я не выйти из игры, я выйти из этого магазина ебучего хочу. А, короче говоря, да, микротранзакции заблокированы тоже. Видите, как они о нас заботятся?
Получается так. Так, ну что, друзья, всем огромное спасибо, кто был в чате, кто был на стриме, кто смотрел. Поддерживаю. Огромное благодарность. Уважение. То есть, уважение. Майно респектируем, так сказать. Вот. Нерегулярные стримы продолжаются. Но поскольку они нерегулярные, когда будет следующий, никаких анонсов пока что дать не могу. Будут, как только будут, так и запустим. Как-то так. Такие дела. Для... Я в Лос-Сантосе, ХЗ. Я тебя поздравляю, Лиза, мы тоже в Лос-Сантосе. Я что-то, я что-то хотел про какую-то игру, которую тебе предложить пройти потом. Во-первых, короче, я тут какую-то бесплатную игру нашел. Ну, типа там шутер от первого лица, то, что это командный, там даже задание какие-то есть. Ну, бесплатный, абсолютно какой-то и простенький там, на этом. С простенькой графикой такой, может быть, его попробую чисто тоже по фану потом пройти там за один стрим, за два, за три, не знаю, как будет так. Вот. И какую-то еще я хотел тебе игру пригласить, чисто сыграть вдвоем. Вот, но я не помню. Примите к сведению пожелания зрителей. Обязательно примем. Вот. Ну, только если не про то, что там закосплеить ограбление банка, вот это, дайте не будем. Можно не надо, как говорится. Деньги, конечно, никому не помешают, но, блядь, не таким способом. Вот. Ладно, друзья. Все. Всем пока. Увидимся рано или поздно. Давайте, да. Всем пока-пока. Все, мы закончили, мы распрощались, мы там это... все еще можно полетать. Окей. Я попробовал прыгнуть еще раз с вертолета, ничего не получилось. Так, давайте поглядим, что тут у нас есть, куда мы вообще можем сгонять. Это Мартин Мадраза, туда-сюда-за. Какую-нибудь прям ебещую ебель какую-нибудь улететь. А, кстати, вот, я хотел в магазин, чтобы... что это такое? Это на великах что-то, да? Испытание на время джанк на велике. Да, во, поехали туда, вот это я хочу. Испытание завершено, все замечательно, просто полетели туда на вертолете. Не пишет сколько. 22,4 метра. Как это вот упасть и не разбиться? Что это имеется в виду? Вы за мудаки такие, нихуя. Да, я, кстати, мне тут за хорошее поведение в этой игре деньги. 2000 прилетело. Какой-то момент. Это вначале так это было, наверное, не знаю, заметили или не заметили. До самого неба награда. Не хочу сейчас их определенного типа. Настройки меток на карте. Правильно отображение. Да ладно, разберемся. А вот интересно, теперь здесь какой-нибудь типа. Во-первых, кап. Кэп есть. Здесь можно. Задание такси какие-то есть. То есть здесь вертолет можно чисто как. Чисто как? Или это? Или то. Или сюда, или туда. Ну вы поняли? Вот, это непонятно. А, то есть вот это, кстати, задание, кто DLC-шный, это типа если в одного серии Кэрио Перико, а это то она же только коопская, да? А Султан Кэрио Перико, ну да. Кстати, что-то я давно не ездил на этом. Я в четверке же постоянно ездил на Патриотов. А, блядь, запаркованный был. Ну, извини, мужик. Угоняйте перевозимый транспорт, транспорт завязан, заставляйте его. Все будет тяжелый револьвер, если это чудо. А где он тут, этот транспорт? Далеко? Если он по дороге, то можно. Нет, он не по дороге вообще. Надо съесть, что-нибудь пройти еще и, в принципе, тоже завершаться, потому что 2 часа. Каждый раз по 3.50 серии делать это слишком накладно. Слишком перебор. Они рендерятся потом в 2К по 4, по 10 часов и прочее, в общем. Выгоды 0 с этого, в общем-то.
Так, все, сидел так, потому что мне микрофон надо будет, надо садиться. Надо удобно садиться, чтобы спина там туда-сюда, а то это все. Ничем хорошим не кончится. Ну вот как-то так. То есть с видюхой пока я, опять же, если кто чего, в Телеграме, там это все. Ну, опять же, выходил ролик уже, где я рассказывал всю свою ситуацию. С тех пор пришел, вот сегодня приходил дядька, мы с ним там понакидывали варианты, что можно делать. В любом случае ждем сначала до упора, потому что у них там по этим, по всем бумагам везде указано, что они типа 45 дней могут делать, 45 дней еще не прошло. А, вот. И просто сейчас идти куда-нибудь там в полицию или прочее, они первым же делом прочтут эту бумагу и скажут, типа, чувак, 45 дней, какой хер ты въебаешься. А вот, если за 45 дней не объявится, ну, блядь, всякое бывает, мало, потому что они переезжают или что-нибудь еще. Но это очень странно, не ходить на связь, даже при таком раскладе. Ну, неважно, допустим, что-то случилось, они все-таки объявятся. Вот, и тогда, если они не объявляются, и не это, я за это... Я за это время там все напишу, все заявления и прочее, все это уже подготовлю. Все это хватаю в охапку. Штопор. Прикольно. Иду в эту, в полицию. Чтобы узнать больше о вооружении торговли оружием, потому что я успешным торговцем оружием. Бля, давай потом. Сейчас, давай я туда съезжу, хочу вот раз доехать куда-нибудь, куда я еду изначально. А вот, сходить в полицию, заявление оставить о мошенничестве. На днях, там, может быть, завтра постараюсь в МСА еще раз позвонить на всякий пожарный. Хотя вряд ли они, потому что у меня не серийный номер карты, вообще не скажут, мне через магазин. Потому что они мне уже говорили. А вот, и в суд. Сразу подавать в суд. Вот, потому что там, опять же, нужно будет, что я в полицию обращался. Так, у меня на руках. Я, естественно, потребую, чтобы мне выдали бумагу. Что я обратился дальше уже все. Скорее всего, ничего не найдут, потому что, вы понимаете, почему, потому что как кого найдешь в такой ситуации. Вот, соответственно, просто уже в суд, а там через суд найдут этого чувака, владельца, мы посмотрели там владелец всего этого, ММН его и так далее. Вот, и, соответственно, а по суду он говорит, дайте, у него уже были случаи похожих ситуаций, и посудить, что там быстро удовлетворяется, и все это так. Вот. Поэтому. Ну, это все теперь, ну, может быть, до нового года. Вернут, естественно, ну, если не они сами выйдут на связь и не отдадут. А если через суд, то через суд, мне вернут деньгами, конечно, они выйдут. Он меня отговаривает брать опять 40-70, говорит, будет говно, будет это. Вообще вся 40-я серия, она вся бракованная. Ну, он тоже там своими, скажем так, убеждениями и прочее. Я много у кого видел и знаю, что есть 40-е, и они нормальные, и не со всеми, просто буду искать, опять же, может быть, даже не через него, там еще есть у меня товарищ, собственно, который помогал мне собирать компьютер, так и скажу, я хочу 40-70, все, езду. Понятно, за 80 я уже не куплю, а больше у меня сейчас уже, ну, даже, допустим, мне вернули эти 88, там, 90. А, вот, у меня все равно не хватит на, ну, лучше на скорее всего больше 100 будет стоить. Ну, условно, там подкопить 1020, это все-таки не по новой 90 собрать. А, вот, как вы понимаете. Как же далеко тут было. Вот, вот. Так, ну-ка. А, надо было по этой дорожке наверх. Считается дорога, серьезно? Ну, допустим, ладно. Просто надо проще вот так вот сделать, просто все. Какие-то взрывы, что-то еще, беспредел, как обычно. Блин, уже здесь.
Знал бы на мотоцикле поехал, которого у меня нет, не уж. Да хорош, но Land Stalker, о, не Land Stalker, это же Патриот, там же было даже задание в GTA 3 еще свое время, вообще по ответственным скалам лазать должен. По лору вселенной, скажем так. Давай, говнатый кусок. Издеваешься, что ты был тычка переворачивается. Что ж тебе авиагруз, чтобы заработать 19? А что этот авиагруз спавнится где-то в 10 километрах от меня? То есть по-любому же будут какие-то игроки, от которых он заспавнился типа близко. Почему-то мне никогда на это не везет, как меня, но все время спавнится где-то черти где. Пиздец, ты смотри, что творится. Там вообще похуй, что я настолько... Ой, блядь, вылези нахуй, вылези в пизду. Возможно, блядь. Я понемногу становлюсь психопатом от того, что ту машину, пустую машину, на которую я ехал, я ее подорвал. Заебись, да. Да, ну и, конечно же, где-то посреди гор, блядь, полиция узнала, типа, что это я. Да, это серьезно. Я же вот этого выбирал. Блядь, сейчас вот по этой дорожке надо будет гоняться, серьезно? Однако, мне кажется, я знаю, кто сейчас проиграет и кто улетит вообще куда-то. Это капец какой-то. Хоть на это и забирайся, как называется, на какой-нибудь тоже там. Вертиберди или проще. Давай, мальчиш, ты же на ровном... Что происходит? Чего ты так медленно бежишь? Ты же на ровной поверхности. Считаешь, что она на горе или что? Она просто выдохлась, что ли? Кстати, интересно, а вот Грелли. А где остальные? Вот мы сегодня фоткали тоже опять. Их нет. Их тупо нету, блядь. Нет, реально типа на какой-то. О, это какие-то эксклюзивные объекты недвижимости, ну-ка. Давайте на сайт. Столовая. Слушайте, подожди-ка. Ночной клуб. Дель Перр. Клабхаус. 495. Ну, короче, в районе 400. Ну, ангар это перебор, это нахуй не надо. Бля, это вот это интересно, 3 миллиона почти. Огромные подземные базы, которые вымыть может залить водой. И, пожалуйста, берем с тобой просто. Угу. Ладно, понял, это прикольно, вот это мне интересно. Мейс банк, ладно, надо запомнить. Mm-hmm.
Да, ты даже просто там удачи с питанием. Так не так же, что типа жать вперед. Потому что, извините, я не буду сильно. По-моему, уже было быстро вперед, типа. А, эти аккумуляторы быстро какой-то. Ты, смотри, тормозить вообще не собираешься, да, мразь. А самого, в смысле, самого, да. Чё он так медленно выглядит? Типа в горку, потому что он просто был вперед, жмёшь. И от этого он там оп, типа. Но, с другой стороны, я никогда по всяким этим не ездил, вроде, в оригинальной пятерке. Это я по Сан-Андреасу уже, грубо говоря. Здесь вот 10 условная спецспособность. Ну я, в принципе, угадал, да, что по этому работе. Окей. Моя там залетит. Я ж, по-моему, гора Чили, да, это она есть. Там чуть дальше, по-моему, монорельс. Понял, монорельс, ну, канал, наверное. Участка могу ускориться немножко. Номинальная минута 55, это типа за минуту 55 надо это проехать. А как, если она не ускоряется? Нажимая несколько раз вперед, она быстрее не начинает ехать. То есть если я проеду меньше, чем за минуту 55, мне кикнет отсюда, да? Ты чё так медленно-то ты едешь, блядь? Я нихуя не понимаю. Там же было, нажимаешь несколько раз вот это вот вперед, в эту из данного случая. Она от этого типа, ну точнее она, он персонаж, он должен быстрее крутить педали. Так, конечно, никто не проедет. Майкл, давай. Ой, закрутите в шубу. Нихуя не понимаю, какого хера. Так. Машины, байки, лодки. Телефон. Рулить, наклон, стрелять, прицеп. Ну так это придумал. А, так, тормоз, газ, стрелять на ходу, прицелиться, ручной тормоз, ручной. Вот, велосипед ускорение. Капс, блядь! Капс! О, вы серьезно? Вот нахуй это, потому что было в Сан-Андреасе, что просто. Капс. Ладно. Капс, блядь.
же это удобно, пиздец. Ну ладно, надо постараться не тормозить. Да как же удобно на капсу впадать. Потому что, извините, а, вот мне интересно, бог, каким пальцем, блядь, нажимать? На капсе, ёхуй, нахуй буду убирать, что просто ты кнопку в вейсе зажимаешь, то он едет, а если, типа, ты много раз нажимаешь, то он начинает, типа, тук-тук-тук-тук, как в Сан-Андреасе. Значит, просто, блядь, удобно было. Креатив в жопе заиграл. Но это говорю, опять же, просто тому, что вот на геймпаде как-то вот сделано нормально. Добро тебе ебать на. Поехали отсюда. Ну это полное говно, это пиздец. На капс, блядь. Ускоряться на капс. Ну ладно бы еще хотя бы нажимать и держать. Нет, надо вот. Все-таки держать, нажимать надо. А, все-таки может, зажимать, типа, тогда она быстрее будет, да? Ну, по-моему, да. Да, зажимать хотя бы, ну ладно. Ну, давай попробуем еще раз, ладно, блядь. Ну, благодаря тому, что я, блядь, на капсу, у меня все зажато, я нихуя не могу на другие кнопки отвлечься. Ай, боже, как же это сделано. Блядь, почему? Подожди. Наклон вперед, шип. Да, да, здесь же вот есть 8-5, вот он еще. Все, нигде больше шифтов. Общего, пешком. Шифт. Все, слава богу, тоже разные. Сейчас давай мы заново. А, нет, гора Гордона. Вот на шифты, блядь, все-таки всяко поудобнее. До шифта просто тянуться никуда не надо, он рядом с А находится. Здесь куда-то, это я вообще не знаю, это по-моему нереально. Ну уже 50, не знаю, за минуту туда ехать, это я не знаю. Ну шифт, блядь, я не отпускал его, что-то немножко. Все, она не хочет теперь. Что, стамина кончилась? Ой, да ну тебя нахуй, все в пизду, слезь. А, где вот бункер, который можно купить, да? Это бред полный, это вообще неинтересно. Да, пусть сейчас я себе соберу. А, так, а вот еще было...
Так, вертолет летит. Ну, опять же, вот груз, да, и он сброшен где-то вот, вот здесь, блядь, этот груз. Пиздец вообще. Почему все время это спавнится где-то в ебенях от меня, я не знаю. Ладно, давайте на этом будем заканчивать, какой-то такой невеселый финал. Что, блядь, это камень просто, встань ты на него, дура. Давай на этом, давайте на этом будем заканчивать, потому что какой-то пиздец, и это я даже не знаю, это просто... Ну, развернись. Это просто не весело и не... Не весело и не интересно. Что происходит? Слава. А не весело, говорю, и не особо интересно, поэтому давайте мы просто... Ну его нахуй. Вот, за сим все. Всем всего доброго, хороших игр, всем пока, все ссылки в описании, это канал Сереги будет в описании, ссылка на мой канал, на телеграм-канал, на все, как всегда, в описании, везде подпишитесь, зайдите, и так далее, вот так. Все, всем всего доброго, хороших игр, всем пока. We'll be right back.